Брать всем. Я, кстати, сегодня пересматривал вот вчерашнего стрима. Оказывается, очень неплохой стрим получился, довольно забавный. И оказывается, что Лорд Рашнак играл на фоне очень тихо. Тхев, спасибо за 7 месяцев, пишет Тхев и пишет футбол 2008. Я теперь вычислил Михаила Комарова на стримах. Сегодня, может быть, посмотрим видео про солдатиков, может быть, я его выложу. Я специально купил пиво, чтобы у меня не было кринжа, когда я пересматривал свое же видео. Потерпи еще часик. Да, мы сегодня сидим, отдыхаем, сегодня днюха, сегодня в этот день родили меня на свет, я сегодня пью за вас тоже, за тех, благодаря кому я жив. Благодаря тем, из-за кого я дожил, собственно, до тех лет, до которых я дожил. А сколько мне лет, это не важно. Спасибо вам. Жатецкий гусь светлый. Я взял все две баночки, мне нормально, потому что я очень давно не пил, и меня уже разъебывает. Я пересмотрел видос перед стримом. Покажу сегодня, может, видео про солдатиков и так далее. Тебе 30? Нет, к сожалению, пока еще нет. Сода жоп, 100 рублей. С ДР величайший, скажи, любимый пиво до 80 рублей. Ну, вообще, Жигули барная. Жигули барная, если ты хочешь купить хорошего пива и дешевого, это всегда Жигули барная, и оно стоит 54 рубля. ДР. Сейчас я пью жратецкий гусь, который я взял в магните за 64 рубля. Но вообще обычно, если ты идешь на вписку и тебе надо купить дешевое пиво, покупай всегда Жигули барное, оно очень хорошее. Ну, козел темный еще неплохой, правда, когда ты допиваешь почти до конца, это полная брага. Димыч, великий Димыч, спасибо за 2000 рублей вообще от души. Надо обязательно, кстати, встретиться. Спасибо за 2000, благодарю. Очень рад, очень приятно получить поздравление такое. И Содожоп тоже за 100 рублей, спасибо. Огромное всем от души. Вообще мега охуенно. Включи вебку в честь праздника. Мне ее надо настраивать. Так что... Спасибо огромное за 2К. Пью за вас, жатецкий гусь. Кстати, еще в последнее время Кроненбург Бланк продают чуть дороже 80, он, по-моему, стоит 87 рублей. Кроненбург Бланк в такой синей бутылке, синяя стеклянная бутылка и белая обертка Кроненбург Бланк. Очень вкусная, очень легкая, очень легко пьется. Но его тоже желательно брать по скидке. А вообще, дешевле всего, кстати, покупать всякие вот эти бабские пивные напитки, типа... как он называется...
типа эссе, типа Reds, типа Somersberry и прочие вот такие вот. Не на голодный? Не, не на голодный. Я просто сегодня... Ну, на, да, все нормально. Видите, это Славон как... Нет, Славон поздравил уже. Надо встретиться с старой гвардией нам. Просто погода пока предательская, чтобы куда-то там ехать, пиздюхать. У меня вообще поперу был план на свою днюк шашлыки замутить, но мы потом посмотрели там с чуваком прогноз погоды, который вообще предложил всю эту тему, и поняли, что типа погода будет полная пизда. Хотя, когда мы с ним это обдумывали, там погода была там, блядь, 10 градусов тепла, по-моему. То есть даже в теории можно было с мангалом выйти. Но, к сожалению... К сожалению, рип. Ну чё, вы сегодня собрались, чтобы я вам видео показал, наверное. Но я думаю, надо пока немножко подождать, пока соберемся, посидим. Может, позаказывайте какие-нибудь видосики, столики, поболтаем, пообщаемся. Я сегодня в хорошем настроении, я пью жатецкий гусь светлый. Блин, надо было 3 баночки взять, наверное. Я просто не стал много брать, потому что я вечером сегодня пойду, может, к родителям, там, типа, с ними чуть-чуть бахну, чтобы, типа, бухлом особо не нажираться, тем более, блин, не стоит. Видите, это диджой. СДР. В Сибири пиздец с погодой. Так в Сибири всегда пиздец с погодой. Я не знаю, когда у вас не пиздец с погодой. Вон Василий Гальперов рассказывал. Сухарики, спасибо за 2,999. СДР, спасибо от души. За тебя тоже, глоточек. Спасибо, пацаны, кто поздравляет вообще всем от души. Супер от души, благодарю. Ну, я так, знаете, типа сел дань собрать, поболтать, как говорится. Блять, правда, я все-таки планировал в марте выпустить видео на мейн-канал про кошмары, ну, типа псевдо-кошмары интернета, но, к сожалению, видимо, не успею. Ну, по крайней мере, буду ждать, пока рекламу закажут. То есть, типа, если получится, то возьму, если не получится, то не возьму. Если не получится, то так выложу. Если получится, то выложу вместе с рекламой, потому что, типа, там какие-то чуваки соскочили. Но я уже рассказывал вчера на стриме, что они предлагают настолько копейки, что им они могут себе их только в жопу засунуть, блядь. Так что смотрим, как там будет с рекламным рынком, там менеджер пока занимается. А видео готово на 70%, там будет очень много крови, много жести и прочего, но все оно, конечно же, будет зацензурено, потому что это контент для Ютуба. Спасибо, сухарики, за почти 3000, огромное от души. Орагвайр, с днем рождения, сори, что ЖДП еще не пришла. Да какая разница, главное, что поздравили, спасибо, очень приятно, очень лестно. Очень лестно, я ж типа, приятно, когда поздравляют, потому что я ж типа не говорил нигде, что у меня днюха, типа... Как бы, то есть я не говорил, что у меня нюха, я же не писал об этом нигде, но при этом ты заходишь и видишь, что так много людей об этом помнит. Ну, кроме того, что в названии стрима написано, но поскольку большинство смотрит стрим с телефона, на телефоне не написано название стрима. Поэтому никто не знает, что сегодня нюха и что сегодня будет показ эксклюзивного видео по солдатикам. Ну, возможно, maybe. Спасибо, спасибо. Блин, надо было 3 баночки взять. Виктор Корнеплодов историю про курочку скинул. Да, меня сегодня даже Михаил Комаров поздравил. Он меня поздравил и написал стикер, а я ему написал, чё молчишь. А потом я написал футбол 2008. Придется вот смотреть. Ну, воды, ну чё, блин, ну чё делать. У меня вчера было. Ну да, у нас легко запомнить, типа, потому что перед 1 апреля... Я вот из всех своих друзей помню только днюху Кирилла, потому что у него днюха в один день с Гитлером. Остальных я никого не помню, потому что такие непамятные даты. Но мне кажется, у меня легко запомнить, потому что прям перед 1 апреля, типа. Ну, я не знаю, буду ли я вообще сегодня видос показывать, но, наверное, покажу, блядь, все-таки я уже никуда не отделаюсь. Кронинбер Бланк уходит из Рашки, посоветую что-нибудь подобное. Подобное вообще не знаю. Мне кажется, Кроненбург, он был в своем уникальном. Ну, у Кроненбурга я знаю, что у него есть некоторые фруктовые нотки. То есть тебе надо искать какое-то псевдофруктовое пиво. То есть не пивной напиток, типа эссе, а что-нибудь вот именно пиво с фруктами. Это типа...
типа Кальнапилис, типа... ой, не Кальнапилис, а Майзлс. Майзлс, вроде бы, которая с апельсиновыми корками. Типа... не знаю, вообще. Да я в пиве-то сам особо не разбираюсь, я покупаю самое дешевое всегда. Ну, типа, либо самое дешевое, либо по скидке. Ну, Кроненбург уходит из России печально, конечно, но не то чтобы это самое частое пиво, оно обычно всегда от 100 рублей стоило, его, типа, стоит брать только по скидке. Если сейчас не будет скидок, то всегда можно пить Жигули Барное. Я вот говорю, вот, всегда, когда ты идешь на вписку, ты покупаешь Жигули Барное, оно самое дешевое и самое вкусное. Пиво, которое пила Мисата. Вано Сантехник на Жигули Барное. Спасибо за 50 рублей, Вано Сантехник, от души. Благодарю. Мне еще батя пока не звонил, может он во время стрима позвонит, потому что он типа знает, что я сплю там до миллион часов дня, поэтому он мне всегда звонит во второй половине дня и там по делу или так далее. Может он мне сегодня позвонит. А может он уже там бухает, короче, без меня, типа, и позвонит мне пьяный, типа, и я ему пьяный отвечу, и мы такие, о, блядь, скорее всего так и будет. Ну, не Жигулевская, а именно Жигули. Вот Жигули Барная вообще, блядь. То есть, ну, типа, берешь, ты никогда не проиграешь, если купишь Жигули Барная. Пошел работать. Удачи, сухарики. Сухарик, спасибо тебе за поздравление, за донат биткоинами, блядь, всеми вот этими криптами вообще, блядь. Мой топ-спонсор от души. Удачи на работе. Почему он на твой день рождения бухает, а почему не должен? Это вообще праздник родителей, понимаете ли? Да, именно Жигули, не Жигулевская. It says Жигулевская, but it reads Жигулевская. Жигули безалкогольная. Кстати, знаете, еще прикольная тема. Эль Мохнатый Шмель, кстати. Он раньше тоже недорого стоил. Он в таких стеклянных пенисуальных бутылках маленьких. Очень неплохой. Эль Мохнатый Шмель. Я помню, как я в магазине купил бутылку Эль Мохнатый Шмель, короче, и разъебал ее там. Прям супер обидно было. О, надо было водочки, селедочки, но я сегодня уже пойду куда-нибудь. Отмечать я особо не планирую, но вот с родственниками посидеть, почилить. Желаю уверенно идти к своей цели, несмотря ни на что. У меня нет цели. У самурая цели нет. У самурая есть лишь путь. Obscure Castle слушаем сегодня. Слушаем Obscure Castle с Лорд Рашнаком. Хугарден. Хугарден фруктовый, кстати. Кстати, вот да, Хугарден с грейпфрутом отличная альтернатива Кроненбургу. Он, конечно, такой более сладкий, но он тоже примерно в той же самой ценовой категории и на вкус тоже неплохой, просто чуть послаще. Кроненбург грейпфрут его часто по скидке продают, тоже очень вкусное. Кроненбург грейпфрут. Вот парень, который советовал вместо Кроненбурга что-нибудь. Хугарден грейпфрут. Хугарден грейпфрут. Отличная тема. Привет, Тимофей, The Comrade. Чё про Миллер думаешь? Миллер не пробовал. А, не, подожди, я пробовал. Я пробовал бабский Миллер какой-то с этим слаймом, по-моему. Бля, надо было 3 банки брать, я долбоёб. Ну ничего, мы сидим и так кайфуем. Сегодня покажу вам видео про солдатиков. Видео про солдатиков, которое не выйдет на Ютубе, и которое я, может, выложу потом в Телеграм. Гарден грейпфрут. Не, у меня флешбэк про выпускной, когда моя преподша по испанскому бухала с нами водку, жрала, блять. А потом мы поехали в кальянную, и там, короче, нас выперли за то, что мы депозит проебали. Пиздатый выпускной был, на самом деле. Не любил тусоваться с одногруппниками, вообще не любил все, что связано с универом, но выпускной был просто пиздец, блять, какой-то. Мы типа на депозит на 10 тысяч вперед, короче, обожрались, короче, и там платил ебарь какой-то тёлки из нашей группы, блять, вот, за этот депозит. Потом мы нахуй, короче, там калик брали, хуё-моё.
преподшу, короче, это самое, типа, водку с ней жрали. Из пластиковых стаканчиков. Там концерт еще какой-то был, короче. Там еще, я помню, блядь, зашел, короче, какой-то хуй. Нет, мне, короче, одногруппник такой подошел, типа, говорит, чувак, хорошо, что... Жалко, что мы расстаемся. Ты больше всех, кого я знаю, понимаешь в этой жизни, блядь. С днем рождения, помнишь, я тебе часто видео по Вахе кидал, видос по Вахе будет. Видос по Вахе будет сегодня, блядь, сегодня я его покажу на стриме. Это видео больше недоступно. Ты скинул ссылку, это видео больше недоступно. Наверное, не вместили символы. Спасибо за 50 рублей, блит. Пацау Диданте, спасибо за полтинник. Спасибо за полтинник. Ой, блядь. Давайте хотя бы Кинга СПБ перегоним. Мы еще Кинга СПБ не перегоним. Я тоже могу говорить, ауф, войны мощные. Эксклюзив, ну, хотя бы человек 600 соберется, там 700, типа. Так, я в Телеграме анонс тогда сделал. Ой, блядь, я сделал анонс в Телеграме, ну ничего. Сегодня эксклюзивное видео, которое не выйдет на Ютубе в лайве. Камон, войны мощные. Витечка, милый мой, с ДНМ рождения. Чмок тебя в пупок. Отрываю от сердца 200 рублей. Про пупок, кстати, будет... В следующем видосе про пупок фрагменты. Там будет кровь и пупки. Спасибо за 200 рублей. Правильно, кстати, правильно, эта часть тела называется не пупок, она правильно называется пуп. Блять, сегодня тот день, когда я вот снова пошел в магазин Магнит и начинаю обрывками памяти вспоминать какие-то ностальгические фрагменты из своего детства, блять. Но я не могу понять, какие, блять, понимаете? Можно как-нибудь собраться в конце мая, например, но тогда с тебя вытащит Славона. А то его хрен подтянешь. Да, без проблем. Типа, я это, да, конечно. Он начнет байтить, что он, типа, там болеет и так далее. Спасибо за 200 рублей еще, Димыч, от души. Спасибо. Да вытащим, что, проблемы, что ли? Пупа интернета? Да, сегодня пупа интернета. Так, что там ЛГБТ 500? О, это мое видео, это я. Спасибо за 50 рублей. Ну, в конце мая без проблем-то, я думаю. В конце мая, когда нормальная погода, сейчас просто в марте погода хуета. Даешь рок! Я рокер, мне нравится... Рок! Хэви метал, рок! Сейчас играет группа Scorpions. Очень мне нравится группа Scorpions. Даешь рок! Рокерам. Кстати, этот чувак записывал на канале какие-то политические обзоры. Вот Ярослав Скрынников. Посмотрите, как он изменился. Про вчерашний день рождения мне исполнилось 35. Блять, так у Ярослава Скрынникова вчера днюха была. Блять, так это ж ББ вообще, ёпта. Да, кстати, на Ильдара Бугунова голос похож. Дискорд мод сбилай. Когда коллапс с королем стоящий. Блять, этот, как его, ебучий Сергей Симонов похож на Андрюшу из 33 квадратных метра стал. Ховест Фок. Ты потом выложишь видос на... Нет, я не буду его выкладывать на YouTube, я его выложу в Telegram. То, что он потерял актуальность, потому что ГВ перестали возить солдатиков в Россию, и это выглядит очень тупо. Это выглядит как видео под названием «Исповедь миллионера», блять. Где ты, типа, нахуй собираешь солдатиков, которые стоят миллион, а теперь они стоят 10 миллионов, блять, потому что их просто в Россию, нахуй, перестали возить, блять. Это видео просто потеряло актуальность, я не понимаю, какой смысл выкладывать его на YouTube, блять. Если только не делать перед началом стрима 10-минутную, нахуй, пометку о том, что, типа... Видео потеряло актуальность, оно было снято до войны, хуё-моё, там, блядь. В этом видео, короче, прикиньте, реклама, которая была в видосе по Сюрслату. Реклама, которая была в видосе по Сюрслату, она вообще задумывалась для видео по Вархаммеру. Почему? Потому что там даже шутка есть про Стальной Легион. И музыка из Патфайндера играет, типа, пафосная, эпическая. И я, короче, взял эту рекламу, перенес видео про Сюерслата. Ну, про Брейкор.
А видео про Вархаммер просто не вышло. Это было больше месяца назад. Оно вышло еще, в феврале я его еще сделал. И не выложил до сих пор. Надо поссать. Надо поссать, гайс. Спасибо за 100 рублей, NerdDeFi. Го, послушаем что-нибудь подробное. Еще 2 стрима назад кидал на оценку. Сейчас послушаем. Блин, если сдержишь дос по бахе, то многие твои фанаты узнают про это. Литье на вторичку не закрывают. Ну, литье я не разрешаю. Ну, я запрещаю вам лить. Обращение в защиту шизов. Что за видео? Ну-ка, посмотрим. Обращение в защиту шизов. Ну, потом музыку на фоне подрубим. Что там? Видос показал? Нет, еще не показал. Жду, когда вы соберетесь. Леха едет 500. Ну, 500 нормально. 500 нормально. Значит, мы Кинга СПБ обогнали. Войны мощные! Вы войны мощные! Ауф! Здесь другие ребята. Это не внимание. Путь пустого шприца. Ебать, гринскрин качественный. Здесь порвут на части. Правильно. У нас 40 тысяч отборных шизов, блядь. Они все разнесут на части. Это будет, как прочится. Понял, ты? Давай, хочешь, блядь, ночью наш шизер, ученый, чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли. Ю за вас, пацаны. Вся глубина твоя будет под водой. Ты с кем шутишь? Ты подумай. Неважно, как это будет звучать, но за последние годы ты стал для меня другом, с которым можно посидеть одинокими вечерами, пообщаться и выпить пивка, а друзей я не обижаю, больше чем. Ты гей? Спасибо за 200 рублей, пацан, дедан, ладно, шучу. Скоро мы сделаем игру, блядь, и все будет топ. Спасибо за 200 рублей, что-то там в Дискорд вышло. Да, нет, ну, как сказать...
Я бы вспомнил цитату Хованского про Эдварда Билла, но не буду, потому что я забыл, как она звучит. Спасибо за 200 рублей, пацу, Диданты, спасибо за все донаты, вообще твои топовые, там, на Новый год и хуё-моё, я все это прекрасно помню, спасибо. Пью за вас, за то, что могу жить за счет вас пока что, потому что месяц тяжелый, рыночек стоит рекламный, выплаты с Твича стоят, выплаты с Ютуба стоят, все очень тяжело, но мы переживаем, все отлично. Жратецкий гусь светлый за вас, господа САС. Спасибо. Он один на весь юг там тебя посылает нахуй. Один. Все остальные, блядь, лебезят перед тобой. Выстроились в строй, чтобы тебе подсосать. Второй видос про манящий став будет. Ну, когда первый посмотрите. Он один тебе сопротивляется, ты со своей миллионной армией. Залив подсасами нихера не можешь сделать. Ты бомбишь каждый день. Стас. Ну и когда ты народ соберется, тогда видос подрубим. Что делать-то? Чем кончил Гитлер? Все остальные. Гитлер проиграл Ватерлоу. Наполеон чего? Проиграл проститутскую битву. И ты повторишь ту же ошибку. Свободу продюсеру Иванову. Стас, остановись. Успокойся. Посмотри порно. И страх, и чертовы спрячь подальше на склад. И все будет. Чики-то. Не сметь стрелять по себе! Лучше вместе ебанем по врачам! Шахуе! Как поссал? Хорошо поссал. Спасибо за фразу. Оцени, как будет, не впадло. Я когда поссал, если я чувствую, что у меня боль в уретре, это значит хорошо, потому что почечные микролиты, которые у меня остались еще, я их канифроном выгоняю, блядь. Значит, я высываю почечные камни, вот. Если уретра заболела, значит, это хорошо, значит, я хорошо поссал. Значит, микролиты вышли. Вот если с кровью пасу, тогда вообще отлично, но с кровью я давно не ссал, потому что я уже все вымыл благодаря антибиотикам. Антибиотики сейчас я больше не пью, только золотолистник. Но сегодня я его не пил, потому что я сегодня пиво пью. А так мне прописали 120 таблеток золотолистника, чтобы я капитально ссал и высывал почечные микролиты. Вот. Неправильное питание и соленая пища доводят вас до такой хуйни. Поэтому, пацаны, всем вам желаю здоровья, чтобы у вас не болели почки. Почки, блядь, больные почки — это супер хуевая тема вообще, пиздец. Урологом надо стать. Как кровью ссать. Ну ты типа, блин, ты ссышь, когда у тебя типа микролиты раздражают уретру, и у тебя кровь такая полукровавая, типа. Такая прям коричневая, блядь, санина неприятная. С осадком таким, блядь, еще, знаешь. Осадок как будто, блядь, там сразу и сперма, и говно, и все подряд, короче. Ну, это типа из-за микролитов, вот эта вся хуйня. Ну, я делал УЗИ, у меня, в принципе, нормально. Мне сказали просто только вот попить золотолистник и просаться. Ну, сегодня вместо золотолистника я пью пиво за вас. САС, спасибо за $3. Экстервин, Итальян, спасибо за 50 рублей. Я... Да. Эксклюзивным для платных подписчиков. Не, я не буду так делать, потому что я его выложу, и оно соберет 25 просмотров, понимаешь? Потому что на Ютубе сейчас отключили выплаты за платные подписки. То есть, соответственно, никто не подписывается. А если ты будешь на Ютубе часто стримить, часто выкладывать видео, которое будет мало смотреть, это будет хуево сказываться на ранжировании, понимаешь? Хуевое сказание на ранжировании мне нахуй не нужно. Мне нужно сказание про всякую хуйню. Хорошие слова. Адидас, спасибо, Толян, за полтинник. Оба. Зачем, зачем вы делаете эксклюзивным, когда я лучше просто покажу его сегодня, а потом выложу в Телеграм? Вот и все. И его посмотрят в итоге все, потому что Телеграм надо подписываться, пацаны. Бусик. Не подскажете? О. Так. Голосуй за Порошенко!
Бабля Путин нападает! Путин бы договорился с Порошенкой. Вау! Спасибо, Пацио Ди Данте, за 15 000. 15 000. Вот ты ебанулся. Жесть. За тебя, чувак. За тебя. Последние глоточки жатецкого гуся светлого. Спасибо. От души. Охуеть. Только я еще раз хочу это послушать. Ебать, вот тебе делать нехуй. 15 000, блядь, куда? Просто в унитаз. Вау, спасибо, чел. Спасибо, чел. Спасибо, чувак. Спасибо, я помню все твои супердонаты. Это просто пиздец. Я это надолго запомню. Спасибо. Ну, спасибо. Просто спасибо. Ну, реально спасибо. Ну, вообще, блядь. Ну, настолько спасибо, что вообще пиздец. От души. От души, блядь. Ну, вообще, блядь. Вообще пиздец. Спасибо, чувак. Спасибо. Спасибо. Сколько еще рубль будет падать? Нет, сейчас... Я думал, то, что сейчас это коррекция, то, что доллар немножко поупал, но вроде пока похоже на то, что сдерживаем плюс-минус. Нормально, живем пока. Пока живем. Пока живем. Плюс-минус нормально живем. Пока живем. А, плюс 15, да. Из Кремля завезли. Чувак, спасибо, спасибо. Спасибо, реально спасибо. Скоро рубль будет стоить $100. Схуяли. Не, ну может будет. Бля, все, заканчивается жатецкий гусь, осталась только ебаная брага. Блит 50 рублей. Литье это норм. У ГВ мало моделей, можно купить в Рашке, тем более сейчас. Ну можно с рук купить. Вот Тимофей, он стримил вчера, как он красил фигурки, и он, короче, показал мне, он с рук купил коробку. То есть с рук можно купить, но это типа опять-таки спекулянты, у них все равно дороже. Но сейчас все дороже, типа не стоит удивляться тому, что что-то будет дороже, чем есть. Конструктор, с днем рождения, спасибо за все, ты реально крут, чекни потом дискордик. Да, я слышал, мне по звукам что-то приходит, какие-то сообщения, я обязательно чекну. Я сейчас, я создам, короче, отдельный дискорд для геймдевов, я думаю, я туда всех закину, чтобы не растеряться. Буду составлять диздок, топ-компьютерной игры, которую мы сделаем и заработаем миллион. Потому что мы с вами лучшие, пацаны, вы лучшие. Я тоже лучший. Каждый из нас лучший в чем-то своем, понимаете? И в этом мы, блядь, могучие рейнджеры. Просто самые настоящие. За вас. САС, Нази Фокс, 1 евро. Решил скинуть еще демо с искажением аналогового видео. Хорошо. Сейчас вот досмотрим видео про шизов. Обязательно потом чекнем видео Блида за 50 рублей. И потом твое. Спасибо. Спасибо. А потом, когда закончится очередь заказанных видосов, я, наверное, потому что уже сейчас собралось дохуя народу, я, наверное, подключу... видео, которое было, собственно, эксклюзивное по Вархаммеру, которое я сделал, и которое полностью потеряло актуальность, к сожалению. Вебку подключишь. Ну, кстати, сегодня был бы хороший день для вебки, потому что я наконец-то помылся раз в неделю, да, я помылся, у меня голова чистая, у меня борода красивая, типа такая, чуть-чуть щетина отросла. У меня волосы чистые, у меня кожа чистая, блядь. Можно было бы ветку подрубить, но ее очень долго настраивать. Так что, видимо, не судьба. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Ой, а что я сделал? Lucky Devil. Отлично. Отличное видео. Литье это норм. Не, литье не норм. Ебать. Чат. Все вместе. Как больше с прыщами. Чтобы не было прыщей, надо не жрать всякую хуйню, чувак. Надо не жрать, блядь, сладкое там... И всякую гадкую хуйню. Тогда и прыщей не будет, соответственно. У меня другая проблема. У меня прыщей нет. У меня, блядь, ебучие покраснения всякие. Ну, я, короче, против покраснений. Отличная, вообще замечательная тема. Прям вот мне доктор прописал.
потрясающая просто панацея, называется масло ростков пшеницы. Буквально через 2-3 применения просто ты его намазываешь, держишь 10 минут, потом идешь моешься, то есть моешь башку, моешь лицо, и буквально через 2-3 применения у тебя вообще все лицо становится чисто белое, просто вот как в сказке нахуй про вот эту Марьюшку, или как ее, блядь, которая это... Ну, типа русская адаптация Белоснежки, как она называется, блядь, Аленький цветочек, нахуй. Вот у тебя чисто белое охуенное лицо становится после масла ростков пшеницы. Зародышей пшеницы, масло зародышей пшеницы. Ты прям обмазываешь ебало, потом смываешь через 10 минут, и у тебя прям все топовое становится просто. Просто вот даже если у тебя какой-нибудь там псориаз, нахуй, наверное, я не знаю, в теории. Вот у меня какие-то покраснения были, вот масло зародышей пшеницы просто все идеально смывает. Прям просто у тебя супер топ белое лицо становится. А насчет прыщей я не знаю, блин. Прыщи — это когда тебе 14 лет, и ты дрочишь. Поиграем! Бля, клип моего детства. Победа вперед! 360p. Подключен! Ждем камбэка капитана Джеффа. Ты доблестный геймер. Спаси свой народ. Кстати, он гей, по-моему. Ну, я не уверен, по-моему. Ты слышишь мой голос? Я вижу тебя. Возьми мою жизнь. Блять, как во флеше просто разрубил язык, нахуй. Я помню, я смотрел этот клип в детстве по MTV. А там капитан Джефф. Ну, значит, я гей. Спасибо, Блиц, за 50 рублей от души. Я помню, типа, я смотрел этот клип в детстве, я говорю, бля, охуенно, типа. А батя такой сидит, говорит, тут ерунду какую-то опять смотришь. Я говорю, да нет, и чё, крутой клип, типа. Вот кто из нас был прав, я или батя? Как думаете? Ща Metal Gear уебёт. И песня спизженная со скутер Cold Water Canyon. День придет! И сейчас у него два мяча будет! Два мяча! Dual Wield, нахуй, штраф минус 4 по ДНД. Пиздец, если этот клип казался таким феноменальным контентом. Этот клип, если казался чем-то просто, блядь, феноменально нереальным. Бля, вот чё я три банки не взял? Почему я не взял три банки, гайз? Я не могу перемотать трек, блять. У меня нету
Cloud SoundCloud. Так, что там? О! Да ты ебанулся! Да ты ебанулся, блядь! Инвестируй в будущее контента, чтобы тебя никакой дефолт, никакая болезнь не взяла. Когда-нибудь, надеюсь, смогу вернуться в Россию и бахнем пивка. Буду продвигать геймдев, чем смогу. Да не возвращайся ты в эту Россию. Если тебе комфортно там, где ты находишься, то не возвращайся в Россию. Зачем тебе сюда возвращаться, чувак? Ебать, ты просто ебанулся. 5000 рублей равно $5. Ебать, спасибо, пацан, Диданте, за 5к. Блять, ну ты ебанулся. Не знаю, зачем это. Блять, жестко, очень жестко. Спасибо огромное за 5к. Беги за водкой. Ну, блять, ну вы же разбежитесь сами. Хотя, блять, можно поставить видео, чтобы вы смотрели, и за эти 30 минут я быстренько спущусь и куплю водочки. Как вам такая мысль? Вот вы, я поставлю вам видео, вы будете его смотреть, и я быстренько за водочкой. Надо подумать. И селедочкой. Бля, пацо, чувак, блядь, ну ты просто такой жесткий. Ты просто нереальный. Спасибо тебе огромное за 5000 еще и за 15 предыдущих. Блядь, это пиздец какой-то. Мне этого хватит, чтобы месяц жить. Вот то, что я сегодня за стрим налутал. Спокойно, абсолютно. Спасибо. Ну, какой месяц, блядь? 2 месяца я скромно живу, на самом деле. Те бабки, которые у меня есть, я откладываю, а живу я скромно. Потому что я умный. Но, блядь, ты, наверное, намного меня умнее, раз у тебя такие бабки водятся. Что ты сможешь просто спокойно по 5000 донатить. Спасибо, чел. Спасибо тебе огромное за 5к. Видео 50 рублей. Да, сейчас все посмотрим. Иди, давай мы подождем. Не, почему вы подождете? Вы будете смотреть видео по Вархаммеру. Так, что там заказали? Блядь, чувак, спасибо. Спасибо огромное. Кстати, недавно в паблик какой-то парень скидывал аналоговый хоррор, где появилась какая-то страшная рожа и кричала голосом Епифанцева. И я, короче, сразу узнал звук из зеленого слоника и ржать начал. Давай видик, сейчас будет, да. Я пока. И пока будет видик, я за водочкой пойду. Да выложи видос, ХГ будет вести Минки с Казахстана. Да, блядь, я просто не хочу это видео не по тематике моего канала. Я выложу его, блядь. Я покажу его сегодня и выложу его в Телеграм. Чего вы потеряете? Это я потеряю, если я не выложу на YouTube. Вы ничего не потеряете. Вы ничего не потеряете. Я выложу, Вы ничего не... Блядь, или не брать водочки, я даже не знаю. Может, пока просто посидим. Ладно, давайте посмотрим видео. Да пизда! Да пизда! Куда мне эти деньги девать? Спасибо за 1337 рублей, фанат Финтагерта. Спасибо огромное от души. Благодарю. Спасибо от души. Эй, толстый диджей! Мега Эмси! Пинг Декарт, спасибо за 19 месяцев. От души, благодарю. Киньте ссылку в чат на это видео. Новый альбом Мерцбоу топ. Ебать. В этот день родили меня на свет. Бля, это будет ржачно, если я спущусь в магнит. Я спустился, я купил 2 пива, через 30 минут я возвращаюсь за водочкой, блядь. Надо тогда паспорт взять на всякий случай.
Отлично. Отлично. Так, второе видео заказали. Not furry. Original video. Not furry. Semi-furry. Furry. Dangerously furry. Dangerously cheesy! Потрясающе. Потрясающе. Спасибо, видео за 50 рублей. Буб 1337 рублей. Смотрите, какая. Поссать надо. Словно в первый раз я увидел свет. Словно в первый раз я был им согрет. Надо трек послушать, который... Не, я не пойду, наверное, за водочкой. Наверное, не пойду. Я, наверное, вечером... Вечером. Ну, типа, я все равно к родителям пойду. Они меня накормят, напоят. Так что я буду сидеть с вами. До победного. До победного. Сижу с вами. Всем посмотрим видос. Ой, блядь. Может, караоке ебануть? А видео, вот оно. Лэмон, спасибо за 11 месяцев. От души благодарю. Блядь, как перемотать трек на момент развития? Ну, караоке 300 рублей трек. Как обычно. Наверное. Обзор ноунейм игры длительностью 7 минут. Обзор длительностью 7 минут или игра длительностью 7 минут? Потому что обзор может быть дольше самой игры.
Вруби вебку. Да как я ее врублю, блядь? Курицу надо большой буквы писать. Дедкор заказывать. Заказывайте, что хотите. Это же музыка из халфы, блядь. Играл до последнего Ghost Runner. Не, ну слишком поздно вышло, чтобы в это дерьмо играть. Я не могу врубить вебку. Как ты фиксишь режим? Я пью физам, сосуды расширяющие, от него спать хочется, поэтому я и ложусь где-то в час ночи и просыпаюсь в 10. Плюс-минус. О, сестра мне... Бля, мне сестра отправила открытку с котенькой. Пусть ловится удача, вместе с ней везение, чтобы было отличным всегда настроение. И к ним еще в придачу поднимается по счастью, чтобы радоваться жизни, улыбаться и... Ничего. Улыбаться чаще. Котенька, которая ловит рыбу, она мне прислала в WhatsApp, да. А что мне ей отправить в ответ? Она пишет спасибо. От души. Самого силы не хватает поправить режим, а нахуй оно мне надо? Она мне прислала открытку с котенькой. Чтоб хуй стоял и деньги были, да. Курочку отправь. Физам не опасен, но его не смешивать ни с чем нельзя, поэтому я сегодня ничего не пил. Я сегодня ничего не пил, но вообще физам можно много пить. Вот физам и урсасан их можно пить дохуя вообще, там таблеток по 60 подряд просто и ничего не будет. Ну в смысле, типа там 60 курсов, то есть в тем по 2. Ебать, трек на полтора часа. Естественно, полностью я это слушать не буду, но... Частично можно. Семиминутный обзор сколько стоить будет? А сколько предложишь? И куда ты хочешь, чтобы я его выложил? Я могу на стриме сделать семиминутный обзор, зависит, сколько ты предложишь. Чтобы посмотрела, не сделал. А, ну, блин, не знаю. Если от начала до конца, то косарь где-то. То есть минута 100 рублей. Значит, 700 рублей. Наверное. Ну, наверное, я не знаю. Я так навскидку пизданул. Obscure Castle. Так, врубать вам видео и идти за водочкой? Или врубать вам видео и просто сидеть комментировать? Или пока не врубать вам видео, пока подождать еще немножко? Ты же не хотел идти, но у меня 8 пятниц на неделе, не забывай об этом. Там 5 минут, ну тогда 500. Тебя Бугич ДР поздравил, если нет, я ему сейчас засру. Вроде нет. Ну, не надо засирать чат. Я думаю, потом поздравит. Я его тоже днюха не поздравил, потому что я не знаю, когда у него днюха. В этом дело. Видео с комментами, голосовалку, го...
Сначала водочка, а там и до вепки недалеко. Так я же говорю, проблема не в том, что я не хочу подрубать вепку. Я не могу ее подрубить пока что. Просто не могу. Понимаешь? О, Сигал настоящий, нихуя себе. Пришел Сигал, здравствуйте. Обязательно нам надо сошпилить Fortnite будет когда-нибудь. Спасибо за поздравление. Настоящий Сигал, поприветствуем, великий. Видео я могу врубить и пойти покупать водочку, но тут есть нюанс. Тут врублена реклама, которая была в видео про Сюрслата. Если вы сможете пережить рекламу, то, конечно, вы сможете ее пережить. Но а если вы не сможете без моих комментариев, потому что я должен будет прийти и нажать два раза вперед, вправо. Понимаете, вот. Вот видите, опять эта реклама. Вот видите, тут битвы фэнтези, Евангелион, солдатики, танчики. Это очень круто. Это моя рука настоящая. Это солдатики мои. То есть, я даже не знаю, подрубать ли его прямо сейчас или подрубать потом. Пиши. А куда писать-то? Меня нигде нету, кроме ВКонтакте. Ха-ха! Зачем ты смеешься? Это такая защитная реакция. Нет, у меня просто сегодня хорошее настроение впервые за очень много лет. У тебя нет тёлки, двойки в дневнике, член не брит. Ну, небритый член, в принципе, в холодную погоду это нормально, потому что вот летом, когда ты ходишь с небритыми подмышками и яйцами, это хуёво, потому что оно пахнуть начинает. А когда ты побрил пипиську и пизду, и яйца, ну, типа, то тогда... Ну, типа, когда зимой, это не страшно, если у тебя что-то небритое. По поводу нет тёлки, тоже, опять-таки, то есть я сейчас лечу мочеполовую систему всякими выгоняющими, у меня и так хер стоять не будет. Так что тоже ничего страшного. На тебя даже двери супермаркета не реагируют. А мне похуй на двери супермаркета, потому что у меня есть двери... У меня есть дверь, которую я решил продать своему другу-азербайджанцу, которая стояла у нас на балконе, и потом по наитию я поднял ноги вверх, блядь. Ой. Вот будет, да. Ну, конечно, будет, если только кто-нибудь не закажет видео с членом, например. Потому что видео заказывают разные, там внезапно может оказаться видео с членом или сиськами. И тогда в таком случае я сохранить вот, к сожалению, не смогу. Но видео в любом случае я выложу в качестве эксклюзива в Telegram, по-любому, про солдатиков. Так что вот смотреть, в принципе, вообще не обязательно. Интересно избавился от проблемы, что делать, если нет тям. А это когда-то было проблемой, блядь? Это наоборот плюс. Вепка будет как таковая. Ну, вепку я обещал до конца марта, но я говорю, мне ее настраивать, ебанешься. Настраивать вепку, ебанешься. Проблема. Зибура, настоящий Зибура. И настоящий Зибура тоже пришел к нам сегодня в гости. Здравствуйте, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Здравствуйте всем, привет всем. Что-то мне все равно кринжово стартовать. Я думаю, может все-таки водочки взять, чтобы кринжово не было. Блять, а у меня нету ничего. Может запрячь кого-нибудь, чтобы мне водочку принесли на хату? Не, не стоит. Не стоит так делать. Или просто врубить вам видео, оно будет идти 30 минут, я не буду никак комментировать, а я пока спущусь за водочкой. Как думаете? Почему о тебе узнали популярные стримеры только когда у тебя ДР? Ну, потому что сегодня поднялся онлайн, и поэтому, типа, в левом нижнем углу Твича там показывает, что люди смотрят. И они смотрят вот это, и там показан мой канал, и, типа, это единственная система продвижения на Твиче, поэтому они сегодня пришли все. Скорее всего. Понимаете? Тут типа... Это единственная система продвижения, которую ввел Twitch за последние несколько лет. Даже на говно-ютубе, на котором супер говенная система продвижения, она там хотя бы есть. А здесь нет. А здесь теперь... Ну, теперь только такая. Вот такие вот пироги. Позвони продавщице, она поймет и принесет. Не, ну это будет тупо, я, знаете, спустя 30 минут после пива спустился за водочкой. Луркер обычно.
Не, ну я тоже луркер почти всегда. Так, что если я вам подрублю видео, а сам пойду за водочкой? Смотрите, я могу одеть джинсы, одеть куртку и одеть шапку. Потом врубить видео и быстро-быстро-быстро побежать за 100 грамм. Потом прийти и продолжить комментировать. Согласны? Как вам такой план? Смотрите, сейчас. Сейчас. Я одеваю джинсы. Я в труханах хожу по комнате. Я хожу по комнате в труханах. Я одеваю носки. Я одел носки. Ай, блядь. Носки новые, чистые. Теперь я одеваю джинсы. А уф, больно просто, камон! Я застегиваю ремень на джинсах. Я одел шапку, и теперь я отрубаю микрофон, врубаю видео и бегу пулей. Пулей бегу за водочкой или за пивасиком. И через 10 минут мы с вами встретимся, а вы пока смотрите эксклюзивное видео. Согласны? Плюс в чат, кто согласен. Так, а как можно поставить повтор? Как поставить повтор? Повтор, вот. Ну подожди. Предупреждение, это видео... Да, нормально, все работает. Все, врубаю видос. И иду за водочкой, быстро. Предупреждение, это видео не является вводным курсом, как обычно, хотя на самом деле как посмотреть. Теоретически можете это воспринимать как гайд на вкатывание от новичка новичкам. Я вообще планировал его делать долго-долго, постепенно, в течение хотя бы года, обрастая навыками и знаниями. Но впечатлений от занятия солдатиками у меня масса, и ждать еще 10 лет собственной прокачки, прежде чем выпустить это видео, я не хочу и не могу. И уж тем более, видео не является разбором лора. Это чтоб потом никто не вонял, что я снимаю видео до конца не разобравшись. Я реально не прочитал ни одной страницы лора Вархаммера и не собираюсь, но само хобби очень зацепило. Однако обычно я выбираю темы для видео так, либо по вашим усиленным просьбам, либо по тому, на чем сосредоточен мой мозг последнее время. И я понял, что довольно долго не думаю почти ни о чем, кроме этих солдатиков. Но это видео, скорее всего, является чем-то моего видео по биониклам. Компиляцией впечатлений взрослого мужика от пластмассовых человечков, опыта пользования, развития в хобби и всяких прикольчиков. Ну и блин, я хоть и горжусь своими работами, все равно, когда смотрю, как собирают или красят другие, сразу же чувствую себя говном. Прям вот ощущение, что абсолютно все делают это лучше меня. Однако все равно без зазрения совести я продемонстрирую вам, что я там наваял. Господи, ну посмотрите, какой же он охуенный.
снова. Ну и вообще могу сказать, что сколько бы ты ни, позвольте использовать слово, занимался Вархаммером, всегда можно найти или подчерпнуть какую-то новую фишку или методику даже у полного нуба. Так или иначе, чужих мыслей из других гайдов постараюсь тут не повторять, а посмотрел я их немало. Предупреждение номер два. После просмотра этого видео, если оно вас зацепит, у вас появится непреодолимое желание всрать пол зарплаты на пластмассовых солдатиков за 100 тысяч. Я за это ответственности не несу. Если знаете, что всякие красивые фигурочки ваша слабость, то держите себя в руках. Предупреждение номер три. В видео есть немножечко матов, много крутейшей музыки и харизматичнейшего ведущего. Сегодня в очередной раз компания Zone51 порадовала меня своей новинкой. Моделью вешалки для одежды Cyberpunk. Отечественный продукт, даже круче, чем у поляков. Да, впрочем, круче, чем у всех. Где вы еще видели топ-технологию пены холодного отверждения, которая подстраивается под вашу посадку и не мнется? Да нигде. Конкуренты используют поролон, которым можно только подтереться. А те части, которые должны быть крепкими, сделаны из стали. Стальной легион, господа. Цвет вы можете выбрать, какой хотите, но все они сделаны со вкусом. Сидушка мягчайшая и комфортная. Вы не узнаете, что такое геморрой, простатит, да даже сколиоз. Можно откинуться на спинке с подушечками и развалиться как царь во дворца. Лежать, балдеть и смотреть мои видосы. Ёпта, диван-кровать самая настоящая. Можно даже расставить солдатиков. И не бойтесь, что газлифт пробьет вам жопу. В креслах Zone 51 используется конструкция 4 класса. Это как первый класс, только 4 раза. Гарантия 3 года. И гарантия лично от меня. Кресло вообще по теме. Жопа скажет вам спасибо. Почему я решил вообще на старости лет вкатиться в эту всю хуйню? При том, что Вархаммер я хоть и уважаю, но углубляться всегда было впадлу, особенно в лор и эти нечитабельные книжки-фанфики. Довольно большой процент людей был, кстати, против этого видео, и не из снобистских соображений, а с позиции похуизма на солдатиков, которых я пощу в контакты телегу уже полгода-год. Но мне просто необходимо снять этот камень с души, рассказать о впечатлениях и потом снова вернуться к своему дефолтному контенту. Я вообще этим хобби занимаюсь год, медленно и неспешно, и в принципе в большинстве занятий за год можно достичь очень многого. Обычно самые большие рывки и прогресс человек делает именно в начале пути. Ну там в спорте, изучении языков, музыки, когда он учит новые слова, в запой, аккорды или приемы. Но вот путь от любителя или хорошего любителя до профессионала визуально очень мал, а на практике он всегда самый длинный. И вот именно в этой части пути большинство забрасывают какие-то занятия. Но в Вархаммере один год это вообще нихуя, прям пук в лужу. Даже не потому, что за это время ничему не научишься, а потому что при глобальном обзоре люди сидят в ахе по 10-15 лет. Новичкам тут не место, Магнус никого не предавал. Девятая редакция вроде не такое уж и новшество, однако как-то так получилось, что и я, и несколько моих знакомых, и даже Хованский заинтересовались Вахой примерно в одно и то же время. Возможно, результат какой-то успешной маркетинговой кампании от ГВ. Вообще, в качестве введения в хобби до сих пор самое лучшее видео с канала False Emperor, которое вышло 5 лет назад, примерно. Однако имха не утратила актуальности. Периодически возвращаюсь и пересматриваю с интересом. Собственно, после него я и принял железобетонное решение о том, что все. Пора вкатываться. Некоторый опыт подобной работы руками, игры в настолки и солдатиков у меня был. В детстве дядя мне дарил наши российские наборы битвы фэнтези от компании Технолог. Наборы включали в себя статичных серых или синих солдатиков, карточки магии, террейн, который собирался из 3-4 деталей в виде примитивных руинок, кубы и главная киллер фичи этой настолки — пушки. Пушку-игрушку. Или катапульта с пружинкой, стреляющая ватными розами, специальными снарядами. Она также была частью игровой механики. Стрельба производилась не с помощью кубов, а вживую, как в шашках Чапаева. Понятное дело, что будучи пиздюками, мы не подозревали о том, как в это правильно играть. Даже не задумывались о покраске, хотя это и рекомендовалось в инструкции. Однако битвы фэнтези, на удивление, довольно проработанный и качественный варгейм. Автор даже сделал 3 версии правил. Попроще для детей и посложнее для старших. Ну, кому интересно колупаться в статах и тактиках. И хотя у нас тогда про всякое ДНД не было ни слуху, ни духу, по крайней мере, среди обычных людей, у игры была большая аудитория. Хотя ставлю бочку дублонов, что это просто из-за большого ассортимента самих отрядов на любой вкус. То есть там были и фэнтези, и фантастические, и комиксные, там, и скелетосы, и всякие, и эльфы, и орки, и чё хочешь, короче. А вот чисто настольные игры я помню в несколько другом виде. Раньше вот в каждом книжном продавали дохуя так называемых настольных логических игр. То есть это были либо ретекстуры Монополии, которая завоевала у нас популярность году, наверное, только, ну, в 2003 минимум, если я правильно помню. Либо бродилок, то есть просто поле из кучи клеточек и несколько разноцветных фишек. Ты кидаешь кубик, двигаешь фишку, встаешь на клетку и на ней либо получаешь бонус, либо дебаф, либо решаешь какую-то логическую задачу.
задачку, которая позволяет тебе прогрессировать. Побеждал обычно всегда тот, кто доходил до конца поля. Но пиздатость этих игр была именно в том, что в них надо было постоянно отвечать на всякие либо логические загадки, либо вопросы по теме общей эрудиции. В каком году было крещение Руси? Какая столица Парижа? Что не так с Бэткомедианом? Что может быть хуже? Вкупе на моду на передачи с интеллектуальными играми по Первому каналу. Кто хочет стать миллионером еще с Дебровым, а не Галкиным? Всего на один мульт, а не на три. Инфляция хули. Слабое звено, где ведущая попускала игроков 10 часов. Скажите, а в Думе? Даже детские версии, типа КБ или Ганафт, это был просто хорош, мега хорош. Большинству моих тупых друзей, любителей футбола, такие игры были неинтересны, и я в основном играл в них со своей соседкой, которая была меня старше на несколько лет. Но в принципе нам всегда было интересно и по фану. Мы даже делали, короче, свою собственную настолку с бумажками, фишками, кубиками и картой. Эта же соседка, кстати, познакомила меня с первым PlayStation и Silent Hill'ом. Я срался с этой игры пиздец, а она была ее мега фанаткой. И, блять, она постоянно по ходу прохождения пересказывала мне какие-то сцены и заставляла разыгрывать в ролеплей а-ля дочки-матери, где я был Гарри Мейсоном, а она каким-то другим женским персонажем. Особенно ей нравилась сцена, где Лиза превращается в монстра, типа она такая превращается, а я, короче, должен был съебываться за дверь, запираться, и она типа долбиться ко мне в дверь начинает. Блять, и так каждый раз, когда мы тусили у меня на хате. Далее я познал сборные подвижные модели от той же компании Технолог. Их линейка Видеоман. Самое рафляное, что, короче, вот эти вот видеоманы, они рекламировались под лейблом, блять, какого-то фильма или мультфильма, но никогда конкретно не указывалось, откуда эти герои, то есть из какой не вселенной вообще. Тоже, естественно, предполагалось, что их надо красить, но я благополучно забил болт. Тем более, в принципе, они просто собраны и выглядели еще более-менее. В возрасте постарше я уже познакомился со звездовскими моделями. Вообще, самую первую черную акулу мне подарил крестный еще совсем в пиздючестве, когда меня батя аж на руках носил. Так что и собирал ее он сам. Но будучи постарше, я уже сам собирал самолетики и танчики. Были еще всякие конструкторы типа железного советского, бумажных роботов, китайского лего и так далее. Также в лагере обильно увлекался выжиганием, где надо было сначала тщательно зашлифовать доску, перевести на нее рисунок скальки, обвести контуры, создать объем, затонировать, наставить себе шрамов выжигательным аппаратом. А какой там всегда запах стоял? А вот с покраской, конечно, опыта у меня поменьше, как и вообще в любом визуальном дизайне, кроме видеомонтажа. Warhammer же меня завлекла вместе с некоторым желанием поностальгировать, в том числе по первому Dawn of War, именно возможность создавать свою армию как хочешь. Чтобы вы понимали, те же чуваки с канала False Emperor сделали механикуса в стиле Вайомингского инцидента, блять. Постигая Warhammer со своей колокольни, я продвигался в этом хобби поэтапно. Каждый раз, открывая для себя новые аспекты, я замечал, что каждый из них круче предыдущего. Вообще сейчас вроде как есть тенденция хейта компании Games Workshop за их цены на миниатюрки и хуевое отношение к фанатам. Однако мне все-таки хотелось подержать в руках и попробовать именно лицушный набор. Понять вообще, что это за солдатики такие и почему они так хайпят. Про покупку. Самый первый вопрос, который возникает, это, собственно, кого собирать. Я оригинальностью не отличился и начал играть за обычных спейсмаринов. Я даже изначально не был уверен, буду ли, собственно, играть в саму игру. Друзей по интересам у меня нет, а по клубам всяким я точно кататься не собираюсь. Вообще хотел начать играть за хаос спейсмаринов, но в большинстве редакций оказалось, что сильные юниты у хаоса хоть и есть. Так, солдатики, я дома, ща разденусь. Снимаю джинсы.
Секунду. Так. Водочка Талка. Спасибо за 50 рублей, Ховест Фог. Сок добрый и орешки. У Ватакаши здорово, как твои дела, блядь? Столько лет тебя не видел, ты уж, наверное, взрослый стал совсем. Ты уж, наверное, большой парень. Как твои дела? Это... Как вам видео про солдатиков пока что? Здорово, Ватакаши. Так, уже было про этот, про... А. Орешки. Про битву фэнтези было уже? Есть, но конкретно Space Marine и Хаоса сосуд. Плюс у них куча всяких огней, слизи и тентаклей, которые было бы нелегко покрасить. А Space Marine, вот, например, это баланс между сильной армией и визуально красивой. Ну и плюс еще их красить. Ебать, я за 9 минут спустился, купил водочки. А, кстати, надо расходы записать. Сейчас, подождите. Сейчас ВКонтакте напишу себе, сколько я потратил. Минус. Очень дешево. Одна талка, один сок и орешки. Сложно, я думаю, по сравнению с теми же тиранидами какими-нибудь, у которых вот эти вот чешуйки мелкие, или с орками, которым надо выводить кожу. Обычно после выбора расы выбирают орден. Это типа подвид внутри этой расы со своей расцветкой, геральдикой, а зачастую и эксклюзивными юнитами. Но тут я решил отличиться. Именно то, что ты можешь делать... С днем рождения. Сцену с передоголовым медсестрой повторяли с соседкой. Какой соседкой, блядь? Спасибо за 150 рублей. О какой соседке речь вообще? Делать со своими солдатиками что хочешь и как захочешь привлекло меня в это хобби. Поэтому я создал свой орден. Как вам? Вот это мои солдатики. Как вам? Вот у этого глаза залиты проливкой просто чудовищно. Но в остальном как вам? Талка пойла паленая. Почему обычная водка? Обычная дешевая водка хорошая. Напиздел про соседку. Какую соседку, блядь? У меня есть сосед, да. Сейчас я... У меня есть сосед, и он хорошо сосед. А про соседку я ничего не говорю. Никогда. Блять, соседка, которая в Silent Hill, это и Милфи, наверное, уже лет 40, блять, наверное, в реальной жизни. Блять, я ее не видел уже, я не знаю, я с ней последний раз виделся, когда у меня еще пиписька просто по возрастным соображениям стоять не могла. Ёпта, мне тогда лет 6 было максимум, когда ее последний раз видел. Прям максимум. Ну, хотя не, может быть, лет 10. Я упомню, когда я было лет... 11, что ли? Да, это было. Давно не сидел, не видел, много чего произошло в целом. Уёбищного, как и в мире в целом. Ну, сейчас всем тяжело. Ну, как у тебя там киберспорт, там? Как ты там борьбой занимаешься и остальное? Как дела там? Короче, да, нам было лет от 6 до 10. Так что, не выбыл. Да, это правда. Это не выдуманная история. Как вам? Смотрите. Посмотрите на эти засветы. Посмотрите на эту кожу, блядь. Неужели я плохо покрасил прям? Глаза пиздец, согласен. И у этих глаза пиздец, и у этого глаза пиздец. Но в остальном, по-моему, охуенно. Все забросил. Ну, значит, ты не сильно хотел этим заниматься. Значит, тебя ждет откровение, какое-то новое дело в твоей жизни. Это тоже хорошо.
Просто средняя. Ну, считай, это первая моя покраска. Первая моя покраска Вархаммера. Но я тут буду рассказывать вообще, что я делал. Орден и придумал свою цветовую схему. Орден я решил, кстати, назвать Dark Souls. Это можете правда. Присоединяться, разрешаю. Вообще, некроны очень крутая раса для начинающих, их довольно легко красить. Тем более, сейчас такие наборы с некронами неплохие есть, что там сразу идут какие-то базовые хорошие краски, кисточки, наборы для начинающих сразу с кучкой моделек, которые довольно легко собирать. Хотя вот пока вот я не подержал в руках некрона, пока не покрасил их, меня типа эта раса особо не интересовала. А так, в принципе, когда я с ними поколупался, повозился, мне они даже понравились. От игроков это я правда. Узнал, что есть еще более крутая ролиплейная хуйня. Помимо квента и лора своего ордена, можно даже устраивать так называемые матчи Крусейды. Это сюжетная кампания твоей армии, которую ты, конечно, отыгрываешь у себя в голове, но все равно круто. И играются они немножко по другим правилам и с другим балансом. Также вы вольны с... Я в таких же перчатках сортир тишу, я тоже. У меня просто руки обветренные были, поэтому я решил в перчатках снимать. Да, это видос, которого не будет на ютубе, потому что он уже не актуален. Делать главу своей армии из любого юнита, дать каждому солдатику имя, посвятить его кому-либо и вообще сделать что угодно, чтобы она отличалась. Смотрите, какой плащ, блядь. Смотрите, какой плащ. Как вам мой этот чел? Губы нет, не обветренные. Я типа задристал проливкой так, что это был полный пиздец, и я очень долго обратно выкрашивал. Не очень пиздато. Ну, не очень, наверное, написал какой-то профик, а пиздато написали люди, которые никогда этим не занимались. Почему некронов называют раса, если это другой биологический вид? Да похуй. Отличалось от остальных. Ну, в смысле, игровая раса. Мир пиздат тем, что расы в нем есть абсолютно на любой вкус. И для любителей чисто фэнтези, и да, скайфая, и милитари, конечно, даже истю. По политическим предпочтениям. Или там для любителей... Аэрографом я не умею пользоваться. И мне впадлу бабки. Собственно, солдафончиков маленьких, для любителей техники, для любителей самолетиков, чего угодно. В этом плане ГВ, конечно, угодили прямо всем. И мужчины, и женщины, и нон-байнери, и биониклы найдут тут что-то для себя. Но есть два нюанса, которые я выучил, когда чекал сайты с миниатюрками. Во-первых, у перекупов дешевле. Про пиратское литье я говорить не буду, так как не практиковал, да и мне кажется, это уже для тех, кто давно в теме. Все-таки первые впечатления от лицензионного товара, реально качественного, с детальками, над которым можно поколупаться от начала до конца самостоятельно, намного сильнее. Во-вторых, самое главное, несмотря на то, что что-то может показаться слишком сложным, если глаза не разбегаются и взгляд прикован к какой-то одной модельке или набору, надо брать сразу то, что понравится. В Вархаммере почему-то огромный риск перегореть, наверное, потому что это занятие для, во-первых, очень терпеливых, во-вторых, очень увлеченных людей. Поэтому шанс того, что вы купите набор, который покажется вам визуально не таким прикольным, но типа полегче и более для начинающих, а потом в итоге забьете хер, в крайнем случае он будет стоять с собранным и непокрашенным, довольно высок. Поверьте, по первому занятию будет непростым с любым набором, какой бы вы ни взяли. Когда вы увидите эти маленькие пиздюшки по сумочке гранаты, маленькие ручки, вы вообще, в общем и целом... Посмотрите, как вам? Как вам вот этот парень? Этот человек-инвалид, собранный из осколков, но он выглядит как целостный солдатик. Как вам? Ставите класс. Так в том-то и дело, что фигурки, они уже готовые, а тут ты пока его покрасишь, соберешь там и прочее. Хуйня? Ну, я стараюсь, блядь. Я стараюсь, я учусь. Я только учусь. Как я тебе его переделаю, блядь? До покраски будут фотки. Маленькие ручки, вы вообще, в общем и целом, охуеете, насколько солдатики меньше, чем вы себе их представляли. С другой стороны, не бойтесь купить что-то не то. Поверьте, взяв один набор, вы уже не остановитесь. Ни Лего, ни стрик побед в Counter-Strike, ни какая-то другая коллекция вас не втянет так же сильно, если вы войдете во вкус после покупки первого набора. Многие говорят, что самое страшное — это охуевшие высокие цены, но это неправда. Во-первых, по-моему, то же самое Лего или анимешные телочки стоят дороже. Во-вторых, если такие покупки приносят только положительные эмоции, то не стоит жалеть. Тут проблема в другом. Сборка, покраска и другое колупание с Вархаммером будет отнимать дохуища свободного времени, даже если относиться к этому чисто как к хобби. Засев за покраску... Это правда. Это правда.
как раз юнита оторваться будет очень тяжело. Вы, блядь, просто не представляете, как часы пролетают за этим занятием. Просто вот кажется, что проходит пара минут. Я вообще не помню, что б меня лично так затягивало последнее время, вот со времен компьютерных игр, анонизма и одноразовых испарителей. Как будто в жизни появилось какое-то новое обязательное занятие или, наоборот, вредная привычка. Про сборку. Для сборки нужны кусачки, надфили или, как впоследствии я узнал, лучше наждачка, модельный ножик и клей. Никаких пазиков у солдатиков нет, кроме версий в базовых упрощенных наборах. Хотя и тех лучше именно склеивать. Ну вот я купил свою первую коробку, взял вот этого чувачка чисто на пробу. И охуел. У меня в распоряжении был обычный суперклей-момент, зубочистки для его нанесения и здоровенные по меркам Вархаммера надфили. Клей было трудно наносить, то оставались какие-то излишки за пределами мест соединения, то он никак не схватывал. Ноги все время расходились, отъебывались, мелкие детальки без пинцета было присоединить невозможно, они даже чаще клеились к пальцам, чем к модели, зашлифованные поверхности выглядели не как матовые, а как, блять, как... Смотри, какой урод страшнейший, блять. Дымовуха в итоге отъебнула. Кстати, да, она отъебнула, и я ее гринстафом заклеил. Какая-то пемза, все вокруг было в этих клеевых соплях и малафье. Несколько часов лютой дизморали и нервов, но результат созерцать было очень приятно. Вот этот чувак, кстати, до сих пор не покрашен, он ждет своего часа. Я его, наверное, сделаю в белой броне, это более такой трудоемкий процесс. Фон для съемок у меня, кстати, имеется только вот такой вот, и свет у меня только от телефона и, собственно, комнаты. Руки на видосе — это руки оператора. Ну, который вот в рекламе был. Потому что я как бы обычно съемкой не занимаюсь, как вы знаете. Вот это мои руки, вот это мои руки. Да, потом мне чувак сказал, чтобы я купил нормальный пластиковый клей с тонким носиком, который упрощает работу раз в 50, и он был прав. Но не попробовав руками, ты никогда не поймешь, сколько надо клея, вот, какие усилия надо приложить во время шлифовки, до какой степени надо шлифовать, насколько сильно надо отрезать пластик. Как оказалось, усилия тут нужны минимальные, и более важна аккуратность. Если вы вкатились в эту хуйню, шанса на контакт с женщиной у вас не осталось. Проявите всю свою нежность и деликатность в работе с пластиком. Однако не зашлифованный... 108 тысяч деталек и 36 лет работы. Как вам? Тимофей не увидит этот видос, но если он подписан на Телеграм, то рано или поздно увидит. Анкл Бьерн тоже хотел посмотреть видос про солдатиков. Но я в Телеграм выложу. Облой, то есть вот эти вот линии на литиевых формах, ногах... Бля, почему у меня... Почему у меня Дискорд, проводник? В руках и башке могут остаться незамеченными, но всплыть после грунта и покраски. Короче, это тоже познается лишь на практике. Я, кстати, заметил такую фичу. Когда фоткаешь модельку на камеру, особенно со вспышкой, все косяки и всратости очень хорошо подсвечиваются, это правда, как на ладони. Можно использовать эту методику, чтобы перед следующим этапом проводить работу над ошибками. Находить какие-то щели, недотертый облой, грязь и так далее. Не менее эффективно это работает с покраской. На покрашенной модели можно упустить какие-то ошибки, но на фотке они видны сразу. Вархаммер, походу, раскрывает секрет, почему некоторые люди считают себя нефотогеничными, мол, в зеркале заебись, а на фото все время хуёго получается. Кстати, тоже солдатики в черной броне почему-то на камере под подсветкой выглядят какими-то более грязными, хотя на фотографиях и в реальной жизни они выглядят более как-то монохром. Это правда. Потому что на видео они вообще какие-то серые. На что ли? С другой стороны, все модельки с фоток выглядят в реале еще ебать, круче, вкусные чем орешки, они то. Есть. Так что у меня имеется обмаза перепрофиками или просто челами, которые будут критиковать мои работы. Сборка — этап, который обычно... Да. Профики, учтите, что я первый раз это делаю. Не освещают в хобби, большинство интересует именно как красить, но когда я собирал первый, второй, третий наборы, я подумал, что это самое пиздатое в Вархаммере, и более интересного занятия в нем не найти. Можно делать разные позы, совмещать детали из разных наборов, разные шлемы и головы, положение рук, оружие, но детали можно брать вообще откуда угодно, с других солдатиков или вообще делать самому чуть ли не на 3D принтере. Гуглите конверсии, будете удивлены. По сути, можно даже совмещать детальки из наборов разных рас. А у Хаоса это вообще обоснованный лор, насколько мне известно. Я себе сразу поставил цель быть личностью и революционером, поэтому стал собирать все не...
Это сержант Вангард ветеранов. Сейчас, подождите. Не по инструкции, а ровно наоборот. Вот. Смотрите, как он должен в оригинале быть. Я ему руку подпилил, чтобы он ее держал, типа, вниз. И вперед бежал с пистолетом плазмовым и стрелял. И поменял ему шлем. И поменял ему бэкпэк. Видите разницу, блядь? Насколько можно вообще все по-своему делать? Те руки, ноги и головы, которые мне нравятся. Крутить как хочу и ставить как хочу. Наверное, мой любимчик самый большой — Роналдо с пистолетом. Да. У него вот рука, вот этот вот пистолетик, он взят из набора «Авангард ветеранов». То есть то, что у него какая рука была изначально, я ее отрезал. Правая рука немножко в другой позиции должна находиться. В принципе, все вот эти вот инкурсоры, они должны быть с болтерами, но болтер я ему приклеил сзади. То есть как бы можно было, конечно, изобразить, наверное, какой-нибудь ремень, но я думаю, мне не хватит скилла. Особо усилий не приложил, но получилась такая очень оригинальная моделька. Вот этим я очень горжусь чувачком. Вот это вот Хеликс Адепт. Я ему сделал ремень из гринстафа. В принципе, до грунтовки и до покраски это выглядело очень всрато. Я даже боялся, что ничего не получится. Но сейчас это, в принципе, более-менее выглядит. И вот этот вот всратый переход между реальным кусочком ремня и тем ремнем, который сделал я сам, я вот залепил вот этим черепом. Ну, типа это какое-то украшение или еще что-то вот в этом духе. Перчатку Хеликс я ей сделал вот такую вот иголочку. Из антенки просверлил, вставил ее туда. Вот этого чувака... Как вам? Как вам? Как вам? Посмотрите, какой был урод. Сейчас, подождите. До грунтовки и до покраски это выглядело очень... Посмотрите, какой урод. Очень всрато, я даже боялся, что ничего не получится. Ну сейчас-то, в принципе... Красавца превратился. Заебись. Заебись или хуйня? Заебись или хуйня, чат? Краски разбавлял? Конечно, а почему нет-то? Я их разбавляю до такой степени, что они прям супер тонкие становятся. Я обычно даже переразбавляю краски. Слишком много драйбраша. Но без драйбраша он не будет объемно выглядеть. Более-менее выглядит. И вот этот вот всратый переход между реальным кусочком ремня и тем ремнем, который сделал я сам, я вот залепил вот этим черепом. Ну, типа это какое-то украшение или еще что-то вот в этом духе. Перчатку Хеликс я ей сделал вот такую вот иголочку. Из антенки просверлил, вставил ее туда. Вот этого чувака лейтенанта нету вообще ничего кастомного. Вот это мой самый любимчик. То есть он... Посмотрите. Посмотрите, пробитый щит такой обтрескавшийся, весь он такой грязный, ноги грязные, плащ грязный с дырками. Как вам? Гуашь или акварель? Акрил. Акрил. А ты точно не... А какая тебе разница? Как вам? Полностью из базового набора, он состоит буквально там из 5, по-моему, деталек. Но я вот ему просверлил щит, если это будет видно. Покоцал ножны, просверлил в броне дырочки. Обломал Iron Halo, за что потом пиздям получил от лороведов, которые мне объяснили, что это на самом деле устройство, и ломать его нельзя, иначе оно не будет работать. Ну... Это правда. В клубе, насколько я знаю, могу предъявить, что у тебя типа защита не работает. И покраску я попробовал сделать типа в стиле Grim Dark. То есть он весь такой побитый, изрядно ощипанный, но не побежденный. Вот у него грязные ноги в каких-то черных какахах. Плащ тоже с дырочками, тоже попачканный такой. Но сам набор в плане вариативности сборки несколько разочаровывает. Так называемые примарисы, новый вид Space... Сгонять за пивком и бахнуть за компанию. Ну если успеешь, брат. Работа еще идет, но я дома сижу. Но если дома, то значит работы нет. Спасибо за 50 рублей, Ховест Фок. С маринов, и вообще, как я понял, новые наборы слишком статичные. И все детали в них сделаны так, чтобы четко-четко крепиться к задуманным местам. Это правда. А вот предыдущие наборы, типа Вангард ветеранов, были топовые. Можно было собирать вообще как хочешь. То есть там разные ноги брать, разные корпуса, разные руки. Здесь все четко должно крепиться к своим деталям. Поэтому на вариативность вообще не остается никакого пространства, если только ты не крепишь все там клеем, гринстафом. Бля, что-то мне так солдатика захотелось покрасить. У меня есть Assault Intercessor не покрашенные. Вот я покрашу, наверное, сегодня-завтра. Assault Intercessor черных. Черных с красными глазами топовые. А,
Я покрасил металлических Assault Intercessor'ов с контрастной черной краской. В итоге они будут черно-металлические. Ебать! Потом фотки выложу. Поэтому ебли, чтобы создать отряд оригинального внешнего вида, было довольно много. Вот этот чувак до покраски тоже выглядел очень всрат. Он как бы собирался из огрызков. То есть фактически руки от одного солдатика, корпус от другого, ноги от третьего. Рука вот тут, в принципе, я думаю, это видно, что она на гринстафе. Ее потом пришлось еще суперклеем доклеивать отдельно. Ну, то есть, короче, пазы не сходились, так сказать, но я все-таки его зашлифовал, как-то сделал, и конечный результат полностью покрашен и выглядит вполне недурно, мне кажется. То есть даже не видно, что это такой собранный из осколков инвалид, а как будто он, в принципе, так и задумывался изначально. Кстати, креативщики могут заглянуть в магазин для милф с прибамбасами для вышивания и купить там всяких цепочек или бусинок, чтобы пришпандорить на свою моделечку. Единственное, о чем стоит помнить в своем сборочном креативе, правило визивик. Что видишь, то и получаешь. Каждой модельке свое оружие, прописанное в правилах, ну и другие нюансы, типа роста солдатика и символики. Но это если вы собираетесь непосредственно играть в саму игру. Про покраску. Разделяют обычно покраску игровую и покраску художественную. С первого взгляда кажется, что разница только в старании. Мол, художка — это когда тщательно работаешь над тенями и деталями, а игровуха — это тяп-ляп на отъебись и побыстрее поиграть. Хотя, по сути, игровуха существует именно для того, чтобы солдатик выглядел симпатичнее издалека, чтобы можно было разглядеть на нем детальки, и он ближе к комиксному и мультяшному стилю. А вот художка, несмотря на проработку, выглядит охуенно только на фотках или под лупой. Да и то в лишь одном ракурсе, для большего реализма. Но зато как? На художку я даже не претендовал, а вот игровуха для моих целей подойдет идеально. Хотя ничего вообще не мешает сочетать техники обоих стилей. Сразу оговорюсь про свой уровень рисования и вообще работе в области чего-то визуального и графического. Я просто скажу, что в школьные годы у меня был самый уебанский почерк из возможных. Худший не то, что в классе, а наверное среди всего потока первоклассников. Только ближе к старшим классам появилась крутая училка по литературе, которая окрестила мой почерк почерком гениального человека. В чем, конечно же, не ошиблась. Из-за этого мое ЧСВ выросло до эпохальной исполинской размеров моего монструозного пениса. А вот с рисованием так и не срослось. У нас в началке была такая практика. Нам задавали прочитать стишок, сказку или рассказик, а потом нарисовать к нему иллюстрацию. И в общем, мы их рисовали, сдавали учителям, и она перед всем классом показывала их по очереди. Ну и ясен хуй, когда доходили до моей работы, училка даже не чекала подпись, так как по всему уебанству работы понимала все сразу. Брала такой листочек: «Ой, а это Витя нарисовал! Оцените этот нереальный рисунок!» И все начинали ржать, блять. Но зато я... Это правда. Это абсолютная правда. Ни капли не выдумал. И башил по музыке. Все-таки если где-то бог не додал, в другом месте передал, как говорится. Это правда. Но я к чему это? Из того, что я понял, важнее обучаться не только пониманием того, как падает свет там или живописи и созданию градиентов, хотя каждый из этих навыков даст большой буст к результату, сколько важно овладеть техниками. То есть окраситься именно техниками, и некоторые из них дают ожидаемый результат, можно сказать, автоматически. Любой профик всегда отмечает три базовые техники для новичков, то есть заливка основным цветом, проливка специально очень жидко разведенной краской и драйбраш, он же сухая кисть, далее суходрочка. Когда берется кисть с очень малым количеством сухой неразбежности, так, надо еще налить талки, полстаканчика, и сока. Это сок, сладкий сок! Ебать, хорошо сидим, гайс, согласны? Узнали? Не, залпом не буду, я соком мешаю. Ты будешь пить сок из моих нахуй носок. Сбавленной краски, и вот так вот начинаешь ебашить прям по моделечке. Краска ложится крошкой, но очень выраженно и красиво подчеркивает грани. Прикол проливки это в правда. Том, что она подчеркивает впуклости, затенение на плащах, рельефы доспехов, черты лица, а суходрочка наоборот высветляет выпуклости. И вы, блядь, даже не представляете ощущение этого ахуя, как круто это начинает выглядеть на практике, когда пробуешь сам. Когда начинает образовываться... Бля, мне захотелось покрасить, пиздец, после этого видео. Это рельеф и объем. То есть, если вы не стремитесь к суперхудожественному живописному результату, даже не обязательно понимать, куда будет падать свет. Выпуклые части выпирают наружу, от того, что краски мало, она ложится сама куда надо. Очень многие боятся, на самом деле, красить кожу, но на самом деле это очень круто и очень интересно. То есть, когда сочетание каких-то красок начинает выглядеть как реальная кожа, это прям очень крутое ощущение, мне это очень нравится. Вот, кстати, пытался на наплечник,
наушниках, на наколенниках или где-то еще изобразить какие-то блики, так сказать. Ну, где-то получилось действительно как какие-то блики, засветления, а где-то получилось как потертости, может, как Battle Damage, или даже скорее просто какой-то камуфляж. В качестве альтернативы обычному высветлению делаю какие-то такие рандомные полосочки, черточки, пятнышки. Ну, это немножко такой динамики добавляет, мне кажется. Моделька как-то выглядит более контрастно и интересно. А вот с ебалом сержанта я немножко перестарался, я ему полностью затопил глаза проливкой, что... Это правда! Посмотрите на его глаза страшнейшие, блять. Это какие-то линзы просто. Они скорее на какие-то линзы стали похожи. Ну, может, потом в дальнейшем исправлю, когда у меня скилл будет побольше. Ну, в этом тоже, наверное, какой-то прикол есть, но это скорее просто моя неаккуратность. В принципе, это был первый опыт покраски кожи вообще мой. В целом, я добился, чего хотел, то есть я хотел такую бледную, прям вампирскую или какую-то трупную кожу сделать своим солдатиком. Но, впрочем, хоть я и горжусь своими результатами, я не тот человек, который будет вас учить, как правильно красить. Я могу лишь смотивировать и сказать, что это проще, чем кажется на первый взгляд. Однако тут есть и ловушка. Слишком самоуверенным тоже быть не стоит. Во-первых, в кисточки действительно стоит инвестироваться. Многие рекомендуют Рублев. Правда, я купил их уже спустя время, когда покрасил сперва говном из детского набора из Ашана, а потом парочкой чисто ГВшных кистей, которые были в стартерах. Даже ГВшные кисти, которые так не любят профессионалы, разительно отличались от обычных кисточек в лучшую сторону. Ну а про то, каким человеком я себя почувствовал со специальными моделями кистями Рублева, даже говорить не стоит. Это правда. Модельные кисти Рублева... Это просто пиздец, это какая-то феноменальная... Сейчас, бля, подождите секунду, гайс, сейчас, секунду. Одну секундочку буквально. Эти деньги пойдут на покупку видеоприставки Sony PlayStation 4 для нашего общества. Требую активировать функцию «Ёбнем сегодня зарплата, но не слишком».
Это чит какой-то. Так вот, несмотря на то, что кисти реально решают и помогают, принцип танцора и яиц тут очень ярко выражен. Я долго не мог понять, почему у меня так хуёво получается подводкой грани. Прям вот очень некрасиво и по-ублюдски, криво, жирно. А ведь вархаммерские модели заточены в первую очередь именно под то, чтобы художник подкрашивал каждую выпуклую граничку отдельно. Когда грани выведены более светлым оттенком, это выглядит охуительно. Называется такой стиль Иви Метал. Но, блять, достичь этого эффекта очень долго и очень трудно, поперву, по крайней мере. Вот я сидел и думал, почему у меня такие говёные грани? Почему у меня у моделек такие всратые глаза получаются? Почему я не могу покрасить мелкие детали? И ответ на самом деле на поверхности. Не то чтобы у меня стало получаться прям супер круто, но по факту самое главное здесь это реально практика. Придрочиться к правильной позиции рук, чтобы они не дрожали, брать правильный ракурс и делать все медленно и аккуратно. Или наоборот, где надо быстро и уверенно, с первой попытки. Всякие там ровные линии, например. Советы типа подводите грани краешком кисти или если насрали, поправьте базовым цветом, безусловно имеют место. Но они нихуя не работают, пока вы просто не попробуете и не попрактикуетесь, хоть в лепешку расшибитесь, ебанувшись под овердрайв. И тут, собственно, резонный вопрос. Мне чё, засирать свои пиздатые дорогущие минички хуёвой покраской и надеяться, что армия будет выглядеть хорошо только с 3-5 набора минимум, только когда у меня практика появится, правильно? А вот и нет. Тут есть два путя, и прошел я оба. Первый — купить дерьмо за 50 рублей в фикс-прайсе, солдатики российского и китайского производителя. Я, кстати, был очень удивлен, что упомянутые наборы битвы фэнтези до сих пор продаются. В общем, это пацаны покрупнее, их и красить проще, и можно работать дешманскими кистями, чтобы вообще понять, ваше это или не ваше. Конечно, я уже сказал, что лучше сразу покупать и красить, что нравится, но на самом деле даже вот этими всратыми скелетосами я остался очень доволен. Из минусов детали очень нечеткие, поэтому иногда непонятно, что... Так, я микрофон вырубил. Это, я говорю, как вам скелетосы? Как вам скелетосы, пацаны? Норм? Ебать, я нажрался вообще, жесть. Блять. Можно было лучше. Но если это первый раз был, чувак, это первый мой покрас. Для первого раза нормально или нет? Что ты красишь, как это красить и под каким углом. Но в целом, если есть руки, можно добиться хорошего результата. Плюс этих пацанят потом можно использовать, чтобы экспериментировать с цветовыми схемами. Это второй правда. Путь тренировки – смывание. Впервые обратился к этому методу, когда у меня получился отвратительный, мерзкий, искаженный варпом уебок, которого мне стыдно показывать, потому что так даже дети не красят. Но я все-таки покажу, чтобы его потом добавили в очередной мем про Senior Paints. Готовы? Плюс чат, кто готов. Плюс чат, кто готов увидеть, блять, урода. Ебать, кто-то 500 рублей задонатил. Ховест Фок. Требую активировать функцию ёбнем. Спасибо, Ховест Фок. Я ебашу за вас. За вас сегодня я ебашу. Спасибо. Спасибо большое за 500. Сейчас покажу свой топ-покрас. Водочка с сачком. Как вам? Для этого метода использовал обычный изопропиловый спирт, тот же, которым протираю, то есть обезжириваю модельку перед тем, как нанести на нее грунт. Макаем в спирт, ждем немного, стираем старой зубной щеткой и готово. Из минусов остаются некоторые следы краски и грунта, но это фигня, новый слой грунта их покрывает моментально. Плюс спиртяга вонючая и токсичная, но на выходе можно сделать вторую попытку и покрасить уже пизже. Из русских каналов про покрас глубже всех Имха рассказывает Гексодром. Ну, по крайней мере, у них больше всего контента по этой теме. В принципе, каналов достаточно много хороших. А из английских мне понравился вот этот чел, Зумикита. Он научил меня красить белую броню. Получилось скорее серое, но я все равно доволен как слон. Вот этого чувака зовут Тесак. При детальном рассмотрении линии вот эти вот белые на такой серо-белой броне выглядят несколько всрато, но на самом деле издалека это выглядит довольно недурно. Ну как бы в этом суть, можно сказать, игрового покраса и есть. Вот глаза, кстати, как видите, они чем-то напоминают, наверное, Darkest Dungeon, то есть как бы просто такое вот затенение. Был один чувак вот на ютубе, он пояснил, снял, что красить... Вау! На покупку видеоприставки Sony PlayStation 4 для нашего общества! От души! С ДР.
От души спасибо за 500 рублей, Найл. Спасибо за 500 рублей от души. Спасибо всем, кто задонатил, пацаны. Блять, ебать, я нажираюсь. Блять, пиздец, какой-то ебаная водочка, селедочка. Спасибо за 500 рублей, Найл, от души. Даже не знаю, что добавить, просто могу сказать спасибо. Простите. Просто... Простите. Я даже не знаю, что сказать. Простите. Спасибо, чел, спасибо. Какие глаз, зрачки, это, в принципе, нереалистично и выглядит довольно странно, потому что, когда ты видишь человека вот с такого расстояния, это будет очень странно, если ты будешь, в принципе, видеть его зрачки. Это значит, что у него какие-то огромнейшие, просто нереальные глаза, просто сделано проливкой. Если уж я справился, то вы тем более справитесь. Да. Я, кстати, замечал, очень согласен. Многие ютуберы на видосах, они, когда распаковывают какие-то новые наборы, они сразу же выкидывают декали. Не знаю, может, они просто все хорошо умеют фрихендом рисовать какую-то геральдику там и прочие вещи, но мне кажется, если научиться клеить вот эти декальки, опять-таки модель будет выглядеть намного интереснее, динамичнее. И не игнорируйте советы профиков про влажную палитру. Вы сэкономите, блядь, литры краски, поверьте. Это про правда. Игру. Не, ну вот интереснее покраски точно ничего быть не может, подумал я. И снова ошибся. Вообще в игру принято играть с оппонентом, но базовые миссии или просто перекидываться кубиком и двигать солдатиков можно вполне самим собой. На самом деле все боятся этой и любых других настолок, потому что в ней дохуище правил. И это так. Ой, куда все разбежались? Ой, пах, пах, ой, не стреляйте в меня, я вас проучу, негодники. Трах, 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 ой, как больно, негодяя. Мне кажется, самым правильным будет в течение первых партий игнорировать более сложные правила и математические расчеты, типа инициативы, кто бьет в мили первым, армор пирсинга, командной фазы, команд поинтов, типов оружия, магии и прочего. А главное поначалу просто ходить и стрелять. Естественно, игра превращается в однообразное дисбалансное хождение и стреляние. Поверьте, даже так интересно. Пьяный стример Дианону не хозяин. Врубай вебку. Я не могу! Я не могу! Спасибо за 200 рублей ЛГБТ-9000. Спасибо. Подрубай караоке, пишет Толян 229. Не, ну если ты закажешь караоке, я спою. Лисичечка пищит. Ты давай там, это, ну всех благ и успехов один. Спасибо, F, за 333 рубля. Бакометай, я готов спеть, я готов спеть Бакометай. Можете заказывать песни на караоке вообще без проблем. Караоке можете заказывать песни, если хотите. Главное, чтобы я их знал, у меня репертуар не очень большой. Я могу спеть «Ночь пройдет, наступит утро ясное», блять. Вот я что я могу спеть. Сколько Бакометай? Ну не знаю, вообще вроде трек в караоке, насколько я помню, последний раз стоил 200 рублей. По-моему. По-моему. Маночка, неужели это настоящая? Здорово, Тиджо. О, блин. Здорово. Разнюхаю тебя. Спасибо. Когда дум? А Doom я хотел скачать первую часть недавно, ну, который 2016 года, но он весит 50 гигабайт, поэтому впадло его качать. Спасибо за 200 рублей, ман очка, спасибо, спасибо от души. Первый Doom 2016 года я хочу скачать и перепройти аркаду. На днях... Вообще, знаете, что я хочу? Я хочу поиграть в Wolfenstein новые. Я хочу поиграть в Wolfenstein New Order и в Wolfenstein, который перед ним был. Спасибо за 200. От души. Doom на аркаде, может быть, будет в ближайшее время. Го-герои. Не, ну сегодня день для героев. Героев надо головой думать, а у меня мозгов нету. Сейчас я, блядь, все, я опьянел. Я только Бакометай могу спеть. Споешь Газманова? Ну, смотря какую песню. Вот я рожден в Советском Союзе, я могу спеть. Опа! Пойдут на покупку видеоприставки. Sony PlayStation 4 для нашего общества. Караки хочу, Бакометай. Спасибо, Harvest Fog, за 500 рублей. Harvest Fog. Хорошо, давайте досмотрим видео, потом я спою Бакометай и можете заказывать свои треки. Спасибо за 500 рублей. От души, от души. От души, брат. Интересно. Ну и потом постепенно начинайте добавлять новые правила по мере обучения. Как высчитывать пробитие брони, морали, специальные правила... Ночь пройдет. Это заказ, что ли? Спасибо за 333 рубля, лох. Спасибо огромное. Это заказ? И как это понимать? Спасибо большое.
Ну, Бака Митай точно споем. Теги, правила ордена большое и прочее. Как я понял, даже профессионалы допускают ошибки и не всегда знают, как поступить правильно в той или иной ситуации. Все-таки в этой игре даже нет грида и полно условностей. Вообще, как я понял, то, что в первую очередь определяет баланс, это не только статы, но как раз всякие расовые способности, стратагемы, магия, специальные правила и теги. То есть сам... Это правда. Помните, как мы с Тимофеем играли? Мы с Тимофеем играли, короче, в настольную версию. Я его по статам разъебал. Потом в следующий раунд он взял топ стратагемы и начал меня трахать. Это правда. Самые трудные для постижения... Хотя я все равно выиграл вещи... в топ-матч я все равно тоже выиграл, потому что Space Marine супер жесткие. К пониманию которых приходишь в последнюю очередь, и то не до конца. А еще, как оказалось, намного интереснее играть с контрольными точками и дополнительными миссиями. Ну да, то есть не просто да, по правилу кто правда. Кого переебашит, а получать каждый ход очки победы, которые даются за выполнение этих... Граунлоки, спасибо за 25 месяцев, спасибо, от души благодарю. Благодарю от души. ...самых миссий, среди которых может быть что угодно, от просто вступления в ближний бой до полного уничтожения вражеской армии. Ну и начинаешь понимать, почему вообще Warhammer играют по несколько часов, а игра может закончиться чуть ли не на втором-третьем ходу, в отличие от тех игр, когда ты просто ходишь и ебашишься. Закрепить правила можно просто батл-репортами с Ютуба, особенно за любимую расу. Обычно дальше первого хода уже нихуя не понятно, но замечательно. Да, это конечно, правда. Лучше всего научат играть во всяких хардкорных клубешниках, но лично я ебал социализацию, и тем более куда-то это ездить, блять. Да сколько можно, блядь? Покупку видеоприставки Sony PlayStation 4 для нашего общества. Давай песню про мой родной город. Прошу в студию Владимирский Централ. Спасибо, пацаны-диданты. Так, у нас три заказа песни. Бака Митай, Луч Солнца Золотого и Владимирский Централ. Спасибо за 50 рублей, спасибо. Караоке в честь Нюхи для вас, САС. Спасибо большое за 500 рублей, пацу. От души благодарю. Даже несмотря на то, что в клубах стоят крутейшие столы с тирейном, на котором играть в 1000 раз атмосфернее, чем на столе с книжками спасибо, и игрушками. Спасибо, Ацумаки, за подарочную подписку для Солдатиков кабаны, играющих солдатиков, наверняка довольно рвотное благодарю, зрелище. Благодарю. Но с другой стороны, у нас у всех есть занятия и места, которые мы посещаем, но не хотим, чтобы знали другие. Вообще есть решение попроще, в десятки раз. Тейблтоп симулятор. В официальном да, в корде Тейблтоп Вархаммера есть пак модов на все модели 9-й редакции. Удобная карта со всеми прибамбасами, тирейном и девайсом для прокрутки кубиков. А также тул для создания армии сразу с показывающимися статами. Так что в эту версию, наверное, играть даже проще, чем в реальную. Но, понятное дело, менее эстетически приятно. Однако, если вам понравился сам геймплей, этот вариант идеален. Даже, опять же, играя с самим собой. И даже без настолочных наборов. Это интересное развлечение на уровне мультиплеерских героев. Медленное, медитативное, на работу с головой и рандомными моментами. Приятными и неприятными. Вообще, конечно, несмотря на то, что это самый похожий компьютеризированный вариант, все-таки хотелось бы иметь игру или мод, которая бы полностью повторяла правила Вархаммера. Обновлялась под стать новым редакциям, была бы с кубиками, но тогда хз играл ли бы народ в настолку. Короче, геймдевы, прислушайтесь. А хотя нет, стоп. Геймдевы, лучше пишите мне. Вы знаете, как выйти со мной на связь. Пишите. И это даже не касается Вархаммера, просто пишите. Поняли? 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 И рассказывайте, показывайте свое портфолио, может быть, и так далее. Я как-то в начале видоса зарекся, но автоматически своим повествованием все равно устремляюсь в гайд для начинающих. Хотя сам еще не все понимаю в этом хобби. Текст этого видео написан за 3 дня на полном энтузиазме и желании поделиться впечатлениями. Это правда, даже не за 3, а за 2 дня. Даже за 2 дня. Поделитесь и вы в комментариях. Другие темы предлагайте куда хотите, только давайте что-нибудь интересное. Однако к теме Вархаммера с вероятностью 99% я уже никогда не вернусь на своем канале. Камень с моей души наконец-то снят. Из почек. Ну чё, как вам видео? Как вам видео, пацаны? Ацумаки, спасибо за подарочную подписку для... Фейер Китти. Как вам видео? Гештальт закрыт, да, оно самое. Хуйня, кал, хороший. Пиздец. Ахуй, Бака Митай. Ну, плюс в чат, короче, если заебись, минус, если говно. Давайте так, так будет проще. Так будет проще. Давайте так. Там было написано лох. Бака Митай, кудомо на нане, юмево,
Те кидзу суете Усага Хэтэна кусэнэй Вараинай. Я не знаю, как это петь. Love you more Року ни ванай Куши бидададэ Нима ни бику йо Нано ни даоште Сайонараба Летьетано Даме тане Даме йо Даме нано йо Аната га Сукете Шуги шугете Доредаке Суюи о секе демо Югаманай Омои даге Бака митай. Это песня для всех вас, САС. Я беру бутылочку талки, наливаю капельку в стаканчик и запиваю соком. Пока метай, но ту пока не, а надо щини джиру бакариде, суёй, оно оно фури, враг народа, сэцунаса, гёгазэ. Абиру Рино нитате Ненгасуги Машина мисаемо Гавари машта Нанино ни Но не дауште Мирендаге Локизари Хонамани Рокуна отокоянай Сороино Юбива казушимасу Замамиро сейсерува Лигакиаген, блять Матетемо Бакамитай. Готово. Самая-самая моя любимая песня ever, которую заказали за 333 рубля. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. За вас стаканчик, господа! Водочки с соком. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобою ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. За вас стаканчик! Водочки, талки с соком, господа, за вас! Знаю, счастье нас с тобою ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет.
солнце взойдет. Солнце взойдет. За вас стаканчик талки с соком, господа. Солнце взойдет за каждого из нас, сас. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Лучший город на земле — это про Реутов, что ли, блять? Так, Владимирский Централ. Владимирский Централ караоке. Первый запрос на Ютубе. Ну, можете заказывать, если хотите. Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грусть, и в душу летит грусть. По памяти пойдет со мной. Спасибо за 200 рублей, никто. Хочу ёбнуть текилу, но у меня водочка, у тебя текила. От души. За вас. Спасибо. Спасибо. Пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть. А кто пришла-то, блядь? Кто пришла-то, блядь, ёпта? Курочка, что ли? Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерена, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь размерена, но не очко обычно губит, а к 11 и туз. Там под окном ЗК продали на танка, и все, что не долга, моя весна. Я радуюсь хоть здесь, хоть этот оно есть. Нужна. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный, хотя я банковал, жизнь размерена, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Ебать, 4 минуты прошло так быстро. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный, хоть я и банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит. А что губит? Губит к 11 туз. Да, друзья, губит к 11 туз. А уф, войны мощные. Войны мощные. Ой,
Блять, я бы конь Любе спел, кстати. Я бы спел конь Любе, если бы кто-нибудь заказал. Или этот, наливай ему братья, короче, украинскую песню. Под водочку все дела, 228 рублей, спасибо. Тут... О, охуенно, ебать, ты прям чисто по теме заказал. Ща, поссать надо. Это Димыч, помнишь, короче, когда я, короче, ты, Кирилл и Кирилл, короче, мы втроем приходил Баян-Баяныч к нам на занятия. И он такой, типа, спасибо ЛГБТ за 100 тысяч, за 100 рублей. Он, короче, приходил на занятия и такой говорил, блять, пацаны, вот надо вас взять, короче, вот меня, тебя и Кирилла. И он такой говорит... Вот вы отлично поете, у вас хороший голос. А мы, короче, просто орали там, дурковали матерные слова какие-то там, типа, куча дерьма, всякая хуйня. Он, короче, нас взял и говорит, вы отлично поете, у вас отличный слух, короче. И он, короче, нас взял и под свое... Видос показан. Да, видос показан, видос в телегу будет перезалит. И он, короче, нас заставил отыгрывать сценку, блять, короче, какую-то военную, нахуй. Типа он приходил и говорит, да, ребят, вы отлично поете, у вас слух там есть, хуё-моё, а мы там типа маты какие-то пели, блядь, вместо этого. Чё с видосом по солдатикам? Уже был. Выйду ночью в поле с конём, ночью тёмной тихо, пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы как курочки по полю пойдем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на... Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рожает полю зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет,
Али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый дай рассвет. Али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый клён. Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Золотая рожь да кудрявый клён. Плюс 15, ебать. За вас стаканчик, господа. Водочка с соком. Бля, от этой песни я вспомнил деревню. И вспомнил свое детство, когда я с батей ездил в деревню. Проходил на его ноутбуке Undertale. И мы с Михаилом сидели на стриме и базарили по Samsung Майку. Ноутбук топ, деревня топ. Поехали, всех приглашаю вас к себе в деревню побухать на шашлыки. Мы идем, ну, по полю вдвоем. Но Undertale, к сожалению, говно. Единственное, что заебись в Undertale, это музыка. Выбери, какая больше. Я как раз ехал домой и слушал музыку из Undertale. Так, какие еще? Выбери, какая больше нравится. Наутилус Помпилиус, погулки по воде, не знаю такой. Соночинус Адаме нравится. А это что? Григорий Лепс. Бля, нет, тогда рюмку водки лучше. Лучше рюмку водки. Не, хотя я не знаю, я Соночинус Адаме знаю лучше, чем. Так, спасибо, без башки. Так, ЛГБТ, спасибо за 100 рублей. Можешь петь просто для позитива. А. Не, это я могу спеть. Без башки, спасибо за 200. Фанат Финтагарта, спасибо за 200. Не, эта песня мне нравится, и видео мне тоже нравится. Аниме говно, если чё. Бацури чау. Капитё. Мено точи деу. Деу афашиги. Это порно. Короче, это я не могу петь. Это сколько можно? Hold me, baby, on it, on party. Touch me, baby, are you okay? Hold me, baby, don't run someday. Touch me, baby, keep on holiday. Ебать, соляк просто пиздец. Просто пиздец, соляк нереальный. За вас стакан водочки с соком, господа. Лицо Затеда представили? Да хуй с ним, я думаю, он придет, я скажу. Это... А как в «Братье», короче, он мне позвонит, такой говорит, слышь, ты чё орёшь? Я говорю, день рождения у меня, блядь! Как в «Братье», короче, я ему отмажусь, если чё, так что всё нормально. Hold me, baby, oh, you kill lady. Touch me, baby, kira, kira, body. Hold me, baby, other Sunday. Touch me, baby, deep on my holiday.
me, baby. Oh, kinky lady. Touch me, baby. Kira, kira, bobby. Hold me, baby. Oh, kinky lady. Ебучее караоке дурацкое. Спасибо, Step 1 PDF за сапку. Тут заказов дохуища. Так, Владимирский Централ был. Блять. Какая, какой нахуй? Вот. Вот. Нет, аниме говно. Я знаю только припев, говорю сразу. Темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чё дыша, чтобы не спугануть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. В чью комнату тайком желаю заглянуть. Кирилл Добряк, спасибо за сапку! Меняет нелюдимая облик твой! Чиха невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Спасибо за сапку, первый месяц не последний, это только начало. И Step 1 PDF тоже спасибо, благодарю вас. Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способно редко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал. Свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чех-видовница, ты идей, зачем тебе охотница на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла в то, что новый приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он. Наплевать тебе. И ты попала? Куда? Настоящему клоуну. Он загубил таких, как ты, не одну. Словно кукла и в час ночной теперь может управлять тобой. Все происходит как в страшном сне. Блять. Курочка идет. Киш полная хуйня, держу в курсе. Санхоло 1. Спасибо за 4 месяца. Спасибо. Ой, бля, ебать, я нахуярился. Сейчас я водочку уберу в холодильник. Подождите секунду. Сейчас я приду.
Как не сдохнуть? Спасибо за 100 рублей, Wild Roar. Привет, с днем рождения. Спасибо за творчество. Начал смотреть с видео про радио. Был ли показ видосика? Да, был. Был, но будет еще в Телеграме. Дудрим еще 200 рублей. Сейчас, подождите секунду. Так, постепенно приходим в себя. Ночь по улицам прошла, звездной поступью цариц, слов и чисел простота, у небесного моста раскидала перья птиц, курочек. Не забудутся никем. Празднику побитый глаз. Забери меня в свой плен, эту линию у колен. Только рюмка водки на столе. Ветер плачет за окно, тихо болью отзывается во мне этой молодой луны крики. Спасибо за 1000 рублей, пацан, сейчас прочитаю. Нелегко тебя отдать. Парусам ветров и птиц, может даже не понять, может даже не узнать среди тысяч женских лиц. Пусть глаза мои молчат, молчат, смотрят на луну. Я Урмини Сентке. Если кто поймает взгляд, поторопится назад. Сам не знаю почему. И все вместе. Только рюмка водки на столе. Вечер плачет за окном, тихой болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Ебать, это просто пиздец. Вот это я понимаю день рождения, пацаны. От души всем, кто сегодня присутствует, всех поздравляю с днем картошки-пюрешки. Болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Всех с Новым годом!
картошка пюрешком. Пиздец, вот это трек нахуй. Это что-то нереальное. Это просто бомба. Так, еще заказы. Ебать, вот это вы заказываете треки охуенные. Народ просит истоки жанра. Ну, это я не могу включить. Your memes and here. Окей, все, окей, погнали. Это песня для вас, всех зрителей стрима. Всех сегодня поздравляю с днем какадемона, толстый диджей F. Москва пьет пиво, Молдавия пьет пиво, Литва пьет пиво, Антария пьет пиво, Сибирь пьет пиво, Германия пьет пиво, весь мир пьет пиво, Авария пьет пиво, пей пиво! Пей пиво! Пей пиво! Пей пиво! Пей пиво пеное, под ритмы современные. Можешь один, можешь вдвоем, втроем, втроем, оставь себе немного пива на потом, потом еще немного пива, сколько нас, сколько мимо. Пиво, пей пиво, пей, за там и за друзей. Давай, пока есть пиво в сердце, пока не болит голова. Откаты, перцы, я все... Пей пиво каждый день. Каждый час пей пиво, запас авария, любя пиво. Хей, пей пиво, пиво, пей, пей пиво на заре. Пей пиво перед сном. Пей пиво на траве. Пей пиво за столом. Пей пиво натощак. Пей пиво за хмеля. Пей пиво просто так. Пей как авария. Пей пиво! Пей пиво! И водочку с селёдочкой. И водочку тоже с селёдочкой. Пей пиво! Когда ты ешь, спишь, куришь, когда идешь в кино, когда ты бровишь, муришь, когда тебе смешно, когда лежишь в больнице, когда лежит твой друг, когда летят с юга птицы, когда летят на юг, когда дердит твоей даме какой-нибудь урод, когда ты бьешь его ногами, когда наоборот, когда идешь из дома в кедах, когда идешь в пальто. Да не важно, кто ты, где ты, кто ты должен, должен помнить, что кто-то пьет пиво. Австралия пьет пиво, давай пей пиво. Авария пьет пиво, пей пиво. Расслабься, чтобы жизнь была не так тоскливой. Выпей пиво, будь сильным и красивым. Запомни, лучше всех лекарств на свет спасает пиво. Пей пиво на заре, пей пиво перед сном. Пей пиво на траве. Пей пиво за столом, пей пиво натощак, пей пиво со хмеля, пей пиво просто так, пей как авария, пей пиво! Ешь мясо, пей пиво! Пей пиво! Пей пиво! Какое мясо, Олег? Какое такое вот мясо? Обычное мясо, ведь можно есть пиво, и при этом есть мясо, и я буду есть мясо, я люблю мясо, и все любят мясо. Даже ты знаешь, что мне не кушать, ты, блин, слушай, ты знаешь, что тебя определение нарушить, давай меня нарежь, тебе налей, хей, ешь мясо, пиво пей, пей пиво на заре, пей пиво перед сном, пей пиво на траве, пей пиво за столом, осуждаю, пей пиво на дощак, пей пиво со хмеля, пей пиво просто так, пей как авария, пей пиво! Пей пиво! Пей пиво! Пей пиво! Вот такая песня для вас, господа, всех зрителей этого стрима. Пейте пиво! Отдыхаем сегодня в великий день великого тусовательства. Это охуенно. Что еще заказали? Что еще там заказали? Спасибо за 200 рублей, Эмерлоун. Привет, это я, твой единственный подписчик. С днем рождения. Можешь спеть эту песню из детства? Да вообще без проблем. Кошмары интернета кто-то заказал. Флэшпаунд, это мой ник с Канову.
15 минут длится видео. Сколько просмотров? 800 тысяч. Привет тебе, зритель. Если ты смотришь этот фильм, то это значит, что сейчас ты... У меня голос хоть поменялся хотя бы капельку. Сидишь за своим компьютером. Не, знаете, что самый кринж? Самый кринж не голос, самый кринж вот это. Вот так, с воздухом. То, что, блядь, какой-то ебаный... Духа. Есть реальные зафиксированные случаи взлома телевидения. Может, они не настолько пугающие или загадочные, но тем не менее. Правда, о них я расскажу вам лишь в следующий раз. И музыка из Deus Ex, блядь. Вот такие пироги. Так, кто, что там заказал пройти бой? Хайдуду, спасибо. Давайте по очереди все заказывать. Бля, ебучие караоке. Я подрочил на тёлку, которая валялась в больнице. Айви, казе гаима, мунено до або татаитемо. Тивакево, тадамицумете, ходео не дведу таната. Сото, фуреру моно, мотомеру кото ни мочуде. Саде, мадаси на раи. И так и на хатуми. Харакамира име за сутаме но ханегару кодо. За ункоку на теноши но тесе манобе карем гет. Сидите! Мену теору Ваташи но аи но юки како Дете каке я Юме но шиса ни Юбре альф Это гигуру. Куби судиво. Стукай агари гайу за сиету. То жи как мета и кедо. А это кото мне и мигару нара. Охуенный кадр, блять, просто! За унколку на тену шинотесе Канашими якосите якимару Квакившими таино чино катачи Соно юмени мы замета токи Заре йори мои накидо келес Так момену йошими на нинаре Те-те-те-ре-те-ре-ре Гарантия. Вот
такая вот хуйня, малята. Ой. Сейчас бы сосед не начал стучать. Ой. 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 Ой-ой-ой. Так, что еще заказали? Спасибо за 150 рублей воду и спасибо Чубака Лолу за сапку. Цой кино бездельник. Ох. Ну поехали. Я выживу. А я не путь, что ли? Не знаю, почему ты читаешь рэп, говоришь, что ты МС, но у тебя таланта нет. Я не знаю, почему я водкой запиваю воду. Зачем ты суешь себе самотык в жопу? Нет, почему твоя толпа цепляет бесов? Я не знаю, почему я ненавижу немцев. Не знаю, кто ты такой, и не хочу знать. Знаю, что его твою жену снять. Не знаю, почему она такая стерва. Не знаю, почему махуй здоровый. Я не знаю, почему я не читаю книги. Не знаю, почему ты носишь розовые стринги. Не грузите меня все, всем летят стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок, я ебу, что ли? Не грузите меня все, всем молчать, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок, я ебу, что ли? Почему ты читаешь рэп как женщина? Я не знаю, почему. Я не знаю, как ты можешь любить свою тёлку. Она ебётся день и ночь по всему посёлку. Почему твои кенты выглядят как панки? Почему я просто так бухаю на заправке? Почему твоей жене не хватает секса? Почему моя толпа всегда? И почему у меня такой тяжелый пенис? Почему я 8 лет играл в настольный теннис? Не знаю, почему твоя жена не хочет деньги. Она работает весь день, сидит на коленке. Не грузите меня, все, все молчат, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок? Я ебу, что ли? Не грузите меня, все, все молчат, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок? Я ебу, что ли? Почему мне нету тяги идти на работу? Почему в тюрьме мужики ебут друг друга в жопу? Не знаю, почему люди меня осуждаю. Не понимают. Почему осуждаю весь трек. Почему я уважаю только сам себя? Почему у тебя нет матери, но два отца? Почему я не могу без пива и водки? Почему у твоей жены небритые ноги? Почему ты выглядишь как старая гнида? Заражаются стыдом, осуждаю. А я ебу, что ли? Я ведь не Пушкин. Не грузите меня, все, все молчат, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок, я ебу, что ли? Не грузите меня, все, все молчат, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок, я ебу, что ли? Не грузите меня, все, все молчат, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок, я ебу, что ли? Не грузите меня, все, все молчат, стервы. Не пиздите, суки, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чубок, я ебу, что ли? Я ебу, что ли? Это 6. Вот бы кто-нибудь заказал сейчас. Сейчас.
секунды. Минуточку. Я не понимаю, в чем смысл укрыть и пойти убивать всех зомби? А я не пульсарю! Я не знаю, почему ты читаешь рэп, говоришь, что ты МЗ, но у тебя таланта нет. Не знаю, почему я водкой запиваю воду. Зачем ты перексуешь себе самотык в жопу? Не знаю, почему твоя дупа цепляет перцев. Я не знаю, почему я ненавижу немцев. Не знаю, кто ты такой и не хочу знать. Знаю, что очень легко твою жену снять. Я знаю. Не знаю, почему она такая стерва. Не знаю, почему мой хуй здоровый, как у негра. Я не знаю, почему я не читаю книги. Не знаю, почему ты носишь розовые стринги. Не грузите меня. Все молчат с нервы. Не бесите люди, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чупок, я ебу что ли? Не грузите меня, все молчат с нервы. Не бесите люди, стоп, это класс первый. Я не могу понять все твои тупые вопросы. Зачем, почему, а я чупок, я ебу что ли? Так, помню, у тебя это хорошо получается. Что там заказано? Кейси Эдвардс, Devil Trigger. Ебать, Devil Trigger. Ой, блядь, сколько еще караоке осталось. Бля, пацаны, спасибо всем, что донатите. Спасибо, что поздравляете с днюхой. Сегодня охуенный день. Сегодня у меня не выходной, но я сегодня чувствую себя, как будто я отдыхаю. Просто кайф. Просто кайф, я отмечаю днюху не с кем-то, а именно с вами. Всем спасибо, пацаны. Всем спасибо. Реально от души. Реально супер от души. Спасибо, Топато, от души. Memories broken, the truth goes unspoken. I even forgot that my name. I don't know the season or what is the reason. I'm standing here alone in my place. A desolate place, without any trace. It's only the gold made of steel. It's me that I spy and I'm scared of a fight. The only thing I know for it, there will be blood. Shit! The man in the middle, not his head, the only one left. We'll ride upon the dragon's back, because the mountains don't give back what they take. I know there will be blood shed. It's the only thing I've ever done. Why Deus Ex sucks? Видеоряд, блять. Охуенный видеоряд, пиздец. Memories broken, the truth goes unspoken. I've even forgotten my name. I don't know the reason, or what is the reason. I'm standing here alone with my blade. A desolate place, without any trace. It's only the cold wind I feel. It's me that I spotted and stand up and fight. The only thing I know for real, there will be blood. Death! The man in the mirror knows he's got the young lad. Left, right upon the dragon's back. Because the mountains don't give back what they take. I know there will be blood shed. It's the only thing I've ever known. Look
in my identity, upon drink of a garden sight. To find the truth in front of me, must just end this mountain rain. Looking down from this deadly height, and never realizing why I fight. Thanks for watching, говорит парень. 256 тысяч просмотров. А помните, так, подожди, что там было заказано? С днюхой. Спасибо, Корона Экстра, моча и баны. Ого, нихуя себе трек. Караоке, Цой, кино, бездельник. А я не знаю никакого бездельника. Я не знаю этот трек. Тубили корректор. Гуляю, я один гуляю. Что дальше делать, я не знаю. Нет дома, никого не дома. Я лишний, словно куча лома. Я вообще не знаю этот трек, я его первый раз вижу. Отвечаю. Я бездельник. И почему он записан с другого видео, блять, и выложен на YouTube? Я, как иголка в сене, я снова человек без цели. Болтаюсь, целый день гуляю. Не знаю, ничего не знаю. И опять идет припев, который я не знаю. Вообще, ни слова не знаю. Я бездельник. Так, и чё, это проигрыш? Я бездельник, разгибай. Я вот пошел на бокс, и мне там в пузо хорошо дали. Пророка Самбой, если кто-нибудь закажет, я спою вообще на изи. И чё, и все, это весь трек. Не, Цоя я не знаю, бездельника никакого. Не, если Самбой закажет, я вообще за милую душу, блять. Так. И чё? Остров тянет, боюсь. We'll be right back.
and die for the drum, my soul. And the control within lose control. Now gotta let it out. Gotta let it out, gotta let it out. Demon inside gets the call of me. Clenching his power, trying to break free. Gotta let it out, gotta let it out. Gotta let it out, gotta let it out. More fast, baby, to lose the soul. Step inside, real hard time to go. I can't seem to control this rated inside me. Feel transmitted, burned by fire of the abyss. Red temper just can freeze all this vengeance inside me. It's inside of my head. Blinded in the fire, but it's better than red. Frustration getting bigger. Bam, bam, bam. Pull my devil trigger. And with the darkness that is in me, no hiding in the shadows anymore. When this wickedness consumes me, nothing can save you, and there's no way out. Da-da-da-da-da-da-da-down. I was for you one day, and igniting my temper, can you burn my flame? There's no way to contain the storm swelling inside me. I'm bumping, you can't refuse. My just concept that you're gonna lose. Can't don't I refuse to call back anymore. All these voices inside of my head, blinded by sight in the curtain of red. Frustration is getting bigger. Bam, 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 pull my devil trigger. And when the night that it's not over, we fight through to get closer. Like a silver bullet piercing through, I throw myself into the you. Я сейчас сдохну нахуй. Пиздец, наверное, позорно этот вот потом пересматривать. Это просто его хуеть можно, я не могу. Blinding my sight in a curtain of red. Frustration is getting bigger. Bam, bam, bam. Pull my devil trigger.
the darkness that's within me. No hiding in the shadows anymore. Еще какая-то хуйня, блядь. Охуенно отдыхаем, guys. Вау, вот эта песня, вот это я понимаю, песня топ. Чек не последнее в вашем творчестве в Дискорде. Бля, мне столько в Дискорде написали. Ваше творчество. Это НСВВ. Ну-ка, сейчас чек. Да, блядь, что за пиздец. Спасибо за 50 рублей, Владислава Петренко. Спасибо. Что за пиздец? Вы помните, чат, вы помните Владислава Петренко вообще, вот честно? Вот честно только скажите мне, вы помните Владислава Петренко? Какой ужас, как не умереть, блядь. Сколько мы сидим сегодня часов уже? 3 часа сидим. 3 часа сидим, парни. Я мало кого любила. Второй надоел. А третьего вообще забыл, он нахуй. Четвертый исчез во вторник. О первом почти ничего не помню в принципе вообще. Но пятый мой совсем не такой. В его руках я таю, как снег. Меня уносит теплой и говной, и тяжой. А я простила его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер 5. А я простила его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого, теряя независимость. Подруги меня попросили слезно: Алена, спасайся нахуй. Держись от него подальше. Печально сказала мне подруга Маша об этом. Но пятый мой совсем вообще не такой. В его руках я вообще нахуй таю, как снег. Меня уносит теплой рукой в поднебесье. А я простила его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер 5. А я простила его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого, теряя независимость. Вы понимаете, какая ситуация у девочки произошла, да? Вот вроде простила, а вроде бы и не стоило этого делать, понимаете? Вот какая вот тяжелая ситуация. Да сколько можно, блядь? Сколько можно? Куда мне эти рубли девать? Блядь! Так, слушай. Бля, чел, короче, в этом году сюрприза не будет, потому что меня, да не только меня, Амазон кинул через хуй, поэтому не буду говорить, что должно было быть, потому что вдруг в следующем году, не в следующем, так в послеследующем получится. Ну, что могу сказать? Не комплексуй, что ты уже старая хуйня! Так, а дальше что? И все. Напиши мне ВКонтакте, чувак. Напиши мне ВКонтакте. Напиши мне ВКонтакте сегодня обязательно. Спасибо за 11к.
куда мне эти рубли девать? Пиздец просто. Спасибо, спасибо за 11к. 11к, 111 рублей. 223 секунды. Напиши мне ВКонтакте. Напиши мне ВКонтакте обязательно сегодня. Михаил, спасибо. Спасибо за 11к от души. На шоколадке? Да, на шоколадке и на водочку с селедочкой. Что я хотел сказать? Да, тебе столько лет, насколько ты себя ощущаешь. Это самое главное. Это самое главное в жизни. Это самое главное. На еще одну талку. Не, у меня я отложил ее в морозилку, я больше сегодня не буду. Что-то я сегодня перебрал, блядь, наверное, даже. Можно вырубать. Не-не-не. Надо спеть песню. Песню парни заказали, песню потрясающую. Кстати, вот эта девка без грима, она просто страшнейшая. Насколько ты ощущаешь себя? На 11. Спасибо за 11к рублей. Обязательно напиши мне, чувак, ВКонтакте. Я тебе напишу. Тоже. Спасибо, спасибо. Супер от души. Мега от души. Вы понимаете, она простила его, а что? А я простила его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой, моя попытка номер пять. А я простила его напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого, теряю независимость. Вот такая песня, дамы и господа. Вот такая песня, блядь, трагичная. Вот такая трагичная песня. Сколько мы уже сидим? 3 часа 11 минут. Какую еще песню заказали? А, это Viagra. Ой. Ой. Как мне тяжело, мужики. Надо способ вывода с киви на что-нибудь другое поменять, а то киви столько денег не выведет, сколько вы сегодня задонатили. Поменяю на PayPal, а PayPal тоже столько не выведет. Вот, понимаете, 5 попыток у нее было, а она, блядь, совсем тупая. Ой, блядь, как не сдохнуть. PayPal не робит, вот именно, поэтому надо закругляться, я думаю. Согласны? Видос я завтра выложу в Телеграме. Завтра. Чтобы была небольшая пауза. Согласны? Не, на второй канал я ничего выкладывать не буду вообще. Только караоке можно скидывать. Да что угодно скидывайте, мне вообще похуй. Я просто уже... Я уже не в состоянии, я уже даже не соображаю, что происходит, блять. Я уже не соображаю, что происходит, нахуй. Кулай, здравствуйте, спасибо вам за поздравление. От души спасибо большое. За поздравление благодарю. От души. Отдохнешь? От чего отдохнуть-то, блядь? Я и не устал даже. Хотя мне сегодня еще вечером водочку-середочку пугать с родственниками. Давайте я вам лучше покажу собачечку Лёху. С днем, Виктор Викторович, засылаю свою копеечку и поздравляю с праздником, желаю успехов во всех начинаниях и всякого другого крутого в жизни и денди. И денди! Я ничего уже в своем возрасте не буду начинать. Только продолжать. Но за поздравления и пожелания спасибо. Спасибо за 200 рублей, бахинок. От души благодарю. Благодарю.
Благодарю. Ебать, этот трек из Last.fm от подписчика, нихуя себе. Нихуя себе трек. А я даже мог бы его не услышать. Сколько исполнилось? Много. Начинать не буду, только продолжать и заканчивать. Блять, как же тяжело, гайс. Сколько мы сидим? 3 часа 15 минут, а ощущение, что прошло часов 10. Вот вам собачечка, Лёха. Ну чё, парни? Я почти домонтировал видео, которое выйдет на мейн канал. Как вам видео сегодня, которое было на про солдатиков? Как вам? Хуйня. Ну я же говорил, что его не надо выкладывать на YouTube, я согласен. Телегу выложу, но Ютуб не выложу никогда в жизни. Хоть усритесь. Иди отдыхать вечером, селёдочка с водочкой. А разве вечер еще не наступил? За перезаливы страйки дай будешь? Не буду. Перезаливайте. У меня только 6 без 20. Без 26, пацаны. Ну, денёк сегодня то, что надо. Варк видео выложишь? Куда? Оно удалилось, чувак. Это даже не я делал. Не 6.20, нет, это 7.40. Точнее 17.40. 17.40. Иди поблюй. Не, мне неплохо пока. Может, я отдохну немножечко, но блевать я точно не буду. Я пока себя нормально чувствую. Не, ну... Если не побухал, то значит не поблевал, то значит недостаточно побухал. Но я еще вечером пойду к родственникам и побухаю у них. Вот. Поэтому сегодня всем пацаны, спасибо за участие в стриме. Спасибо за бабки, за поздравления. Видос я выложу в Telegram, maybe. Видос получился топовый. Водочка-селёдочка. Спасибо всем за поздравления. Вернусь я через пару дней.
На картинку с донатом ты их никакую. Какую из? Какую? Где? Ладно, всем пока. Жду 1000 на следующий стрим, пацаны. А пока отдыхаем. Пока отдыхаем, скоро все будет. Всем пока. От души.